Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами Владимир, канал «Все о шашках». Так, сегодня у нас супер батл Евгений Кондраченко против Яниса Сафина. Так, в левом углу ринга вице-чемпион мира по блицу, неоднократный призер чемпионатов Европы, трехкратный чемпион мира в составе команды Беларуси, победитель 1000 турниров на Гамблере, автор 27 книг по шашкам, в том числе 14 фундаментальных, международный гроссмейстер, последний романтик русских шашек, Евгений Кондраченко. Приветствую, Евгений. Приветствую, Володя. Добрый вечер, дорогие друзья. Янис, привет. А правом... Что сегодня, поработаем, порадуем народ, да? Да, в правом углу ринга у нас сегодня чемпион России по русским эстафеточным шашкам в командном зачете, вице-чемпион России по быстрым русским шашкам, мастер спорта Янис Сафин. Можем начинать, да? Да, поехали. Итак, первая поехали. Партия у нас. Так, первый всего... микроматч, точно, да. Первый микроматч. Е4, Ф5 и Ф3, Bc5. Да, бой белых. Всего будет 10, да, микроматчей? Да, 10 микроматчей, 20 партий, да. Выпал классический такой дебют, известный по партии, значит, если кто знает классику, это Могилевич-Блиндер, 30-е годы еще, да. Но у белых похоже из-за пустого поля F2, надо думать аккуратненько об уравнении, да. Будем душить, да. Значит, уходим, такой тонкий-тонкий ход, да. Ход настолько тонкий, что даже кто-то его делает, не знает, зачем он, да. Так, да, исправляет слабость, явность, недостаток, то есть закрыть поле F2, да. И правильно нападает, да. Я рассчитывал на другой план, короче, если бы он пошел там, напал сразу, потом Bc3, Bb2, там похуже, конечно, будет. А у меня такое ощущение, что он тут что-то знает, да. Посмотрим. Значит, закрываться как-то не хочется там. Видимо, размен 2 на 2 будет сильный с его стороны, да. Поэтому давай подождем как-нибудь вот так вот, да. Я так и знал. Я ждал и боялся этого. Какой прогноз на матч? Ну, думаю, что я сумею победить, но в упорной борьбе, конечно. То есть я не все-таки приличный игрок там, да. Постоянно уже резидент Гамблера, правда, больше сотки там, да. Тоже хороший аналитик, хороший канал ведет, значит. Тренер тоже, кстати, да, Янис. Да. Так, пора что-то думать, чтобы куда-то сбежать, да, куда... Только так, традиционное, стандартное построение. Сейчас белые могут перестроиться, Fg3 борьбой назад, с неплохой игрой, да. То есть, если оставаться в центре, там, ну, я думаю, не думаю, что у них будет какое-то преимущество. Вот, какой-нибудь такой аккуратный ход сделаю. Из-за пустого поля Ж1 все время на Е5 выходить невозможно, да. Так, он все-таки не хочет меняться, значит, хочет меня додушить, да, старого больного человека, да. Ну да, центр все-таки какую-то силу здесь имеет, лучше тут не вступать в прикосновение, надо отступить, да, отступить надо. Ну, то зря, я думаю, CD4 было посильнее немножко, да. Так, значит, конечно, приходится отбиваться тогда, и позиция упрощается. Мне можно предлагать ничеечку, ну, еще несколько ходов сделаем для очистки совести, да. В принципе, да, ничего такого тут не наблюдается, серьезного. Странно, что он так долго думает, тут очевидные ходы, может, у меня связь немножко заедает. Так, YouTube писал: здравствуйте, ребята, а кто комментировать будет, интересно? Я же там писал что? В анонсе, что комментировать будет Евгений Кондраченко. Моих комментариев неужели не слышно сейчас или что? Я не понял. В данный момент слышат меня люди или нет? Это было в начале, еще перед стримом писали в чате. А я не поддерживаю, там вижу в чате, написал: интрига. То есть кто будет комментировать? Подыграл.
Так, что-то у Яниса, видимо, проблемы все-таки со связью. Так, он долго думает. Там, вот, поменял шашки. Так. Так, а можно тут подкрутить? Давай все-таки как-то подкрутим, попытаемся, да? Почему бы и нет? И такой хороший выжидательный ход. Чтобы не было ходов cd4, cb4, да? И, кстати, невозможно. А теперь же сюда. Иди-ка сюда, дорогой друг, да? Зацепка, однако, зацепка, да? Видите, так неожиданно. Так, приходит ли эта идея, что я хотел, тут, по-моему, не приходит, да, к сожалению. А может быть и пройдет. Давай-ка так, дружище. Напряжение достигло апогея. Или, как говорится, апупея, да? Нет, я думаю, тут он не отскочит все-таки. Все-таки. Интересно. Успею там дамку поставить, да? Так, сюда, сюда, сюда. Давай выйдем там, посмотрим, да? Подожди. Будем охотиться на шашку вот эту d2 с идеей как-то ее там, ну, испортить ее положение, да? Так, 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 он сопротивляется, конечно, сопротивляется, да. Подождем, попытаемся напасть потом с другой стороны. Янис тоже не промах, тоже хочет напасть сам. Вот так он, да? Ладно, закроемся, пока там будет видно. Ну. Уйти? Уйти или не уходить, да? Удастся ли нам как-то напасть и отъесть эту шашечку? Я думаю, скорее всего, нет. Запирание не предвидится, да? Ладно, предлагаю ничеечку, да. Четкая защита, да? Все, теперь будем брать свое, да? Могилевич играл тут Е2, но ход такой слишком экстремальный. Там, правда, черные могут при желании упростить. Так что будем все-таки, наверное, идти по пути Яниса. То есть укреплять центр, да? Так, нападем разок, нападем, да? А, вот он сыграл точнее немножко, да. То есть приходится нападать, и приходится будет сдвинуть шашку это bc3, видимо. Да. h4 было сильнее, там, короче, это главный вариант этой всей темы. Тут, я думаю, мы защитимся. Надо подождать, аккуратно подождать. Вот как-то b2, я думаю. Два. Сильнейший ход это h4, чтобы не было потом gf2 из-за нападения fe5, а он сразу напал. Это не точный ход. Я могу поменяться вот таким путем, да, получая полную свободу действий. Да. Немножко выпустил он тут. Ну, будем бороться. Да. Примерно равная позиция, у черного даже, мне кажется, чуть приятнее. Да. Какой-то ход надо сделать bc3, там посмотрим на... Да. И b4 необходима активность с этой стороны. Он будет пытаться использовать наш перекос. Надо будет ходить d5, я так понимаю. Ну, вот что крест животворящий делает. Так, что сделать, что делать? Сдаваться, что ли, да? Нет, дорогой друг, успеем еще. Наверное, стоит атаковать. Чего мне атаковать, если дают, да? Это бы такая зацепочка. Ну, он поменяется, скорее всего, cd6. Не думаю, что пойдет на осложнение. Богжан писал «Салам алейкум». В тельняшке Женя. Ну как, если Женя не в тельняшке, значит, что-то не так в этой жизни, да? Тельняшка наша все, да. Ютуб спрашивает, а что Олега не пригласили? Олег, кстати... Ну, Олег все-таки... Так, Олег много работает, может, занят там что-то, не знаю. Свои дела у человека могут быть. Почему он должен каждый раз это комментировать? То есть... Так, вот задумался. Клиент дозревает, нервничает немножко, да? То есть fe7, я думаю, слабовато из-за размена ef4, да? За h4 плохо из-за cd6 и так далее. Так, почему-то соперник идет нам навстречу. Странно. Ну... Меняться f4 нельзя, там кинет, побежит, да, а остальное как-то похуже будет. Так что cd6 приходится. Вроде же ничего такого тут нету, да? Признавайся.
Хорошо. Мы поняли вашу мысль, мы побьем так тогда и все-таки укрепимся в центре, да. Сочек центра все-таки у нас, успеваю потом пойти на b2, если что, влезть на e5, я думаю, нормальная защита будет. Так, да, cb2, конечно, cb2. Инициатива на стороне белых, ну. Теперь, как говорил Гира Либерман, тут главное не упустить, да. А, к сожалению, на e5 он там поменяется, довольно быстрая, ну, неприятная позиция ничейная, поэтому приходится f2, да. Что, наверное, ничего не будет здесь, то есть он срочно меняется на e5, позиция упрощается, да. Хотя там зацепочка есть с ходом fg3, вот это мы используем до последнего, постараемся, да. Нужен точный порядок ходов, чтобы hg5, наверное, плохо, потому что h4, потом c5 успею, да, видимо, так. Ну, по-любому стоит уйти, да, вот неточный ход, bc7 было. Тут, я думаю, успею пойти b3, будем бороться за то, что там, чтобы что-то там заловить, да. Так, подожди секундочку, что он хочет? Он хочет отдать шашку, легко соскочить, да, тахиш. Тогда b4 подкручиваем. Что угодно, лишь бы не менять шашки, да? Ну да, на g5, b5. У нас хорошо. Так, я ж нападу, если я что-то понимаю, да? Надо сбить сюда. И все-таки успеваем. Успеваем, да. Вот, равная позиция была, но не точный ход. Да, теперь надо выйти, чтобы поменять столик, да? Тут специфика такая, да? Да, красивая победа. Да. Нет, такая простенькая, техничная тут, а красивого мало, в принципе, да. Но в осколце перелеталки будут, значит. Первые 5 микроматчей ранит Яни с белыми начинает. Он сам выбрал такой план, да. Так, секундочку, значит, h2, h6, h6 на h4. А кто выбирал леталки? Вместе выбирали? Нет, он выбрал 7 дебютов, остальные выбрал 3 я. То есть там разные леталки, классика. Ну, главное, чтобы интересно было, да. Вроде все такие игровые. Так. Объявить, да, поехали, да. О, знакомый дебют насыщенный такой. Это Юрий Борисович Королев его детально расписал, все время на стриме там на 2 часа, да. Но я там кое-что помню, кое-что нет. Я не знаю правильный план, да. CD4 там было не в духе позиции. Ладно, будем брать на понт, FE5. Небольшая инициатива на стороне черных. А вот это вот, дружище, вот это не зря. Если я что-то понимаю, то мы сначала нападем CB6, важное ослабление важного поля, да. А потом, значит, скромный ход вот такой вот. И стесняюсь спросить, что будем делать. У нас здоровая лишняя. Жизнь удалась. Теперь, как говорил Гера Либерман из комедии ДМБ, главное не упустить. Да? Недавно получила чудовищный удар по самолюбию. Играл со Щукиным тогда, значит, когда вот был турнир этот самый, ну, турнир на Гамблере, значит, который командный, да, ежемесячный. Был у меня простой выигрыш, довольно простой выигрыш, короче. Я умудрился еще и проиграть в итоге, там, уронил флаг, да. Ну, по закону футбола, если не выигрываешь ты, выигрывает у тебя, да. Так, вроде здоровое лишнее, CD6, тогда FG5 нападаю, да, значит. А здесь что возможно? Так, секунду, значит, играть надо аккуратно, да, значит. G7 же пока можно вроде бы, да? Все чисто или нет, нельзя. G7 b5 пойдет. Так, стоп, там нас не устраивает. Что-то не то, что я хотел. Значит, тогда придется шашку вернуть методом просто e4, да. Вроде бы не думаю, что там что-то упустил, это самое. Из-за слабости поля d8 там может быть даже в крайнем случае решение не быть, если на компьютере проверить, да? Может быть и такое даже. Закир Кулебеков писал: «Привет, картошка Фила». Да, проблема. Он сюда сбил, значит, вот, доиграли, что называется. Но ситуация перестает быть томной, что можно сказать, да. Значит, давай тогда, дружище, будем ловиться, да, если это можно это сделать так.
этой ситуации. Ловля дальше d3, там bc5, я ничего не сделаю, если что. Да. На f8 не поставишь, то есть, да, приходится высказываться куда-то. Да. Ну, все правильно, сюда надо закрыться, получается, чтобы нас не поймали, да? Логично все, да? Не понял, нас все равно поймали? Блин, нас поймали все равно. Ну да, тут у нас не очень хорошо, что и говорить. Да, приходится сдаться, да. Да, блин, интересная такая тема. Расслабился слишком рано, получается, да? Хотя вроде бы явно только ошибки я не сделал, где-то там надо посмотреть внимательно. Может, интересная жертва была возможна, получается, с его стороны. Будем спасать престижно. Счет сравнялся. 1.5 на 1.5. Ну, а что бы, то есть приличный, приличный игрок. Так, значит, bc3. bc3 пока рекомендовали там, да. И, конечно, идейный ход это ef4. Здесь вот подкручиваем эту ситуацию, да. Пускай думает. Отличный тот анализ показал мне Макарифан, Жека и Вашка. Сейчас проверим, сработает или нет. Ага, Янис, похоже, не знает главной линии. Ага, вот оно что. Это на что, Михалыч? Евгений перестал шашки снимать там на канале. Уже снимает там атлетику всякую видел. Ну, так что делать? По его словам, шашки ему пока не приносят ни копейки. То есть никто на донаты не бросает, да. Не будем, кстати, указывать пальцем, да. Так, тут вроде по анализу Королева CB4 и белых это хорошо здесь, хорошо, действительно, хорошо. Да, но надо думать дальше, там посмотрим, что можно сделать еще. Как-то нелогично черно сыграли, то есть рыхлый такой центр и с пустым полем D8, я думаю, ничего хорошего тут не ждет. До конца, естественно, все эти варианты королевские я тут не помню сам, да, то есть, ну, будем играть своей башкой, что тут думать. Значит, закрываться бессмысленно, да, тоже, значит, CB2 единственный ход. И что будем делать, бить одну или две, да? Я бы две побил. Две, так потом он слишком свободу действия получает. Я бы сбил все-таки одну, пускай вот тут нам что-нибудь скажет. Да, где-то вот так надо выжидать. Нужны запасные ходы билым, да. У черных там хода три есть, надо не три хода, а 4 или 5 запасных ходов, чтобы перетанцевать. Конечно, вырывается на свободу, да. Конечно, вырывается. И что делать, что делать? Ой-ой. На b5, dc3. Там нас ничего хорошего, похоже, не ждет. Так, тут Закир спрашивала, почему зрители не допускаются? В смысле не допускаются куда? А, я, может, поставил там ограничение по инерции, что там только друзья допускаются, да? Ну, так смотреть надо стрим. Стрим смотреть надо, выходит. Пускай смотрит стрим. Так, блин, bc3 назад, к сожалению, у нас скочит в сторону, вот это меня смущает, да, но ждать-то не удается точно, никак не удается ждать. Что же делать? Значит, только вперед выходит, да, то иначе назад вообще плохо там, да. Так, выходит, это я уже ошибся, значит, не так все просто тут, да. ЕД2, наверное, необходимо, иначе как-то вообще кисло будет. Да, хоть какой-то упор надо сделать. G5, может быть, рановато было еще. Такая позиция, чувствую, переворачивается с каждым ходом, может перевернуться, да? По крайней мере, план с выходом на C5 неудачный для него. Там я успею пройти D3 и FG5. Как-то так вот. Да. Ну, пускай думает, да, пускай думает. Нас все-таки поджали, получается, поджали, да? И что-то не видно, куда ходить. Или видно все-таки еще, да? А B5? B5. Ну, это понятно, что B5, а потом что будет? Вот тут такая неприятная зацепка, да? Ага, похоже, тут плохо. CB4, BC5, развязки не будет, да? Значит, АБ4, последнее, что остается здесь, какая-то такая присосочка, но чем это кончится, непонятно. А, боюсь, есть выигрыш у черных, да, с этой стороны. Только удар проводить не надо, просто Фе5 выигрывает. Вот так, так оно и вышло, да.
Ну да, в этой упорной борьбе тут делать пока нечего, приходится сдаться, да. Да, обманчивая позиция, казалось бы, неплохо, да. Так, Янис выходит вперед. Да, ну конечно, а что бы не выйти, да. Микроматч закончен пока, значит, пускай выходит, я создаю новый столик, да. Так, Александр писал, мне нравится юмор дяди Жени. Да я вообще весело, да, значит. Так, вначале ход Е4 рисковый, либо для знающих, либо безбашенных. Нет, это именно такой знающий, остальные все слабо, да. Сейчас, значит, он вышел, да, секундочку, вышел, создаем заново столик, да. И Баир тут появился в чате, подсказывает ходы, уже вижу. У меня такое ощущение, что Баир болеет не за меня, да. Последний раз жестко очень рубились, там, да, я говорил, там было плюс 10 в его пользу по ходу, потом стало все-таки плюс 3 в мою, то есть такой разрыв большой, да. Так, поехали, да, я создал, поехали. Так, ну что, будем спасать престиж, да? Отличный дебют для белых, это большой плавный ходов. Там можно и А4, и ЖФ4. Обе стратегии приносят успех. Да, Д3 неплохо, кстати. Да. Надо думать тут об уравнении. Значит, ну, отдавать Ж5 не хочется, он захватит центр полностью. Так что хотя бы Б5, вот такой упорный ход делается. У белых сильный план с ходом Е4, Д6, Е3 и так далее. АБ4 тоже неплохо там, да. Интересная ловушечка АБ4 и на ход БЦ7 красивый удар С3-D4. И там, как ни странно, лучше попасться на удар, сбить шашкой опять С3, там, да. Там будет ударчик, потом ЕД2. Вы видите, да? Я не пока растерялся, это били хороших вариантов, да. Так, ну, давай, дорогой друг. Вот. Выбрал старинный, надежный, как автомат Калашникова, да, сюда. СД2 сильный план, значит, черным надо играть аккуратно. Е7 подравнять. И тут сильный размен ЦБ4 с двойным перебоем. Надо делать трудную ничью черным. Аж там до 30-го хода. Знаменитая партия Королев-Габриэлян. Габриэлян не сумел сделать ничью. В чемпионате СССР 90-го года. Но знает ли Янис этот план, там, это построение? Ага. Так, свелось дебюты перекресток, но известная, в принципе, тема. Тут есть ловушечный ход БЦ7. Конечно, мы на такие понты не беремся. БЦ7 там и ЕД4 проигрывает. Надо пойти аккуратненько просто БА7, да. Тут дергаться не стоит, да, так что выбираем простой план. Так, ну что. Везде ситуация удерживается более-менее, думаю, да. Не страшно, то есть такое упрощение, скорее всего, будет в игре. Вот, он поменялся так, лучше было бы, конечно, несколько ходов раньше так сделать, да. Значит, что мы тут будем делать? Ну, идти БЦ5, куда еще? То есть лучше это не видно, наверное, да? Так, БЦ5 все чисто, там нет никакой жертвы. Вроде бы чисто, нормально, пойдем. Слабость поля G1 компенсирует некрасивое расположение черных, да? То есть H4 нельзя, ударчик стоит, да? А здесь, получается, мы успеем, секунду, мы успеем подойти или нет, да? Так, одну секунду еще раз сюда, да? А, тут же можно все-таки, если я что-то понимаю, можно ломануться АБ6, интересный ход. АБ6 тут сразу посмотрим, да. Вот так, пускай же высказывается, он же не может ждать. Иначе хорошие шансы будут у черных, да. Вопрос в том, что на нападение b5 играть, проводить ударчик fg5, либо просто поменяться fe5, да. Ну, посмотрим. По крайней мере, ждать точно нельзя тут, да. Жертв пока никаких нету, ничего не пройдет тут. Странно, конечно. Будем связывать тогда, шансы какие-то появляются, да, с нашей этой стороны. На что надеется черный, интересно, значит, сюда. Ждать мы не можем, а поменяться не будет ли там выигрыша, да? Будет ли, либо не будет.
Ну, либо это самое, либо одно из двух. На 3-5 CD4 присоска. Вот это неприятная штучка такая, да? Что делать, что делать? Давай все-таки пойдем по простому пути. Самый такой надежный вариант. Пускай шашку отдают, там посмотрим, что будет, да? Все-таки шайба-то лишняя там, да, посмотрим. Не думаю, что будет хуже, по крайней мере. Есть ход gf6, идея, значит, поменяться, да? А теперь еще есть ход h4 подойти. Так, так, нет, окружение тут не удалось нам, короче, да, надо делать ничеечку. Думаю, что она есть еще пока, да? Блин, есть ли она, да, кстати? Угу, наиграли, да. Как-то все плохо выглядит. Плохо, но думаю, что ничья должна быть все-таки, должна быть. Давай все-таки как-то нападем по-простому, да? Потом отскочим таким путем, да. Ну и просто с идеей подойти в 6 и за 5, думаю, там должна быть ничеечка, да. Ну да, самый простой вариант, то есть... Уже можно напасть или как? Да. Кстати, опять возможно, что там выигрыша не было. Короче, не было выигрыша, скорее всего, на... Хорошо. Ну, попугали немножко соперника, да. И сами испугались тоже, да. Будем, значит, гнуть дальше нашу линию. АБ4, выбирая сложный вариант такого типа, да. Пускай думает об уравнении. H4 тут неплохо, да, ну, пойдем, давай D3 пойдем, может быть, поточнее будет D3. Это такая известная установочная схема из анализа у гроссмейстера Габриэляна, Фазылова, Королева 80-х годов, короче, надо знать четкую схему. Кто не знает схему, будет думать только, ну, о защите. А схема четкая достаточно есть, то есть АБ6 и D6 там ждать, терпеть, терпеть, терпеть. Центральная связка, она хороша для белых, но не выиграна еще, да. Вот. Янис, похоже, так глубоко не знает этот вариант. Там так, ну что, будем брать на понт? Боец писал по предыдущей партии, зря ты так, балбеса написал. Что-то там не знали, видимо. Будем брать Яниса на понт. Попадется на удар или не попадется, да? Боюсь, что не попался, то есть, ну, кстати, лучше было попадаться, бить опять c3, там не так уж это самое страшное, то есть, да, а так, значит, так знаменитый микроматч Лещинский Габриэлян, кубок СССР 87 года, да, Габриэлян черным проиграл, ввиду слабости поля b8, значит, везде у белых сильное давление очень. Так, значит, смотрим, аккуратно играем, чтобы не выпустить, да. Ера Либерман был прав, главное не упустить. Не видно четкого плана, за что уцепиться. Да. То есть сдать, сдать, это, а все равно очень неприятная позиция. Так, пора нам выйти на f4, чтобы нас никто никуда там не вытолкнул, да? И очень мощная атака, я думаю. Ну да, на 4, так b3 буду ходить, конечно. Цеплять же все равно нельзя за b3, то есть черные проблемы, да, проблемы. Так, как там играл Лещинский, я уже забыл, может быть, не так там было. Ну ладно, не будем без подсказок, да, давай подождем все-таки таким путем, да. Хорошая тема пока, да. Fe5 проигрывает из-за зажима hg3, четкая такая штучка. Надо будет уйти на h4, а потом cb4, и все, похоже, да. Так, попался, не попался. Да, вроде бы пока сыграл правильно, такой логичный ход сделал. Надо уходить, наверное, в сторону, потому что cd4 поменяется вперед, и что-то не видно особо преимущества, да? Или видно будет. fg3 может напасть h4, и cb2 бой не проходит из-за... Или проходит, секундочку. А, все-таки можно или не можно? Сейчас я волнуюсь, да? Шеф, я очень нервничаю, да? fg3 с перебоем. Будет ли там ударчик? Да? По-моему, не будет. А, ну давай проверим, дорогой друг. Давай проверим все-таки, да, что бы не то самое. Что бы не замутить, если дают.
напряженная ситуация, белых шансы, да. Если bc5, то там неплохо даже и cb4 с планом охвата так вот поменяться. Хотя h4 сильно, да. Предлагаю после 5 микроматчей там паузу сделать, там вопросы с чата почитать. Да, да, можно, конечно, можно, да, естественно. Так, значит, он хочет на связку пойти, да, то есть h4 может быть не так сильно, как хотелось бы, поэтому, наверное, если лучшее что-то, чтобы точно выиграть, да, посмотрим. Ну, я думаю, да, что что-то есть. То есть ход cb4 вот такой предлагаю, да. Не даю нападать из-за подрыва, наверное, остается только f5 пойти, да. Тогда сюда, и не будет хорошего темпа. Вот такой мини-цуксуан получается. Закрываться точно плохо там, да. А b6, так нападу b5. Да, похоже, выигрыш все-таки, похоже, выигрыш. Вот что крест животворящий делает, да? Надо отыгрываться, да. Ну, тут, подожди, тут аккуратно нас рядом, но только, значит, чтобы не было жертв, получается, подходим от cb2, без двига жертв2, да, и просто сюда, значит, все чисто, да. Жертв не будет, а жертв не спасает, конечно. Ну, учебная комбинация, да. Так, престиж спасен, да, это микроматч закончился. Получается, это был третий, да. Выходит, создаем новый столик, да. Какой счет, Володя? Счет 3-3, ничья пока. Там считается по партиям, да, получается, да? Да, да. Хорошо, да. А6. Так, оно. Широко известный в узких кругах дебют, да. Так, поехали, да. Дебют, конечно, лучше для черных. У белых важная шашка ушла, да. Тут надо, тоже требуется знать. Вот, единственное, нормальный план cb4 играть. fe5, конечно. И тут задача вовремя выйти на bc5, иначе будет окружение со стороны белых. То есть f6 лишний ход явно плохо, да. bc5 вот выходим, стойкая инициатива, да. Опять-таки тут известна схема уравнения, значит, известна. Но известна ли она ему, вот это интересный вопрос. Сильный такой размен, да. Старинный, только дебют известен еще по первому чемпионату мира 1994 года, да. Там Макаренков-Сухович так игрался, и Бацеев-Валюк. Вот такие установочные микроматчи. Установочные, так. Ага, Янис пока подзавис немножко, значит, не знает точного плана, да. Хорошо. Потом, по окончании всех игр, я там кое-какие дебютные ловушки покажу у всех дебютов, которые я знаю, такие симпатичные, да. Янис обещал что-то показать тоже после стрима. Ну, может, я что показать тоже, действительно, стоящий игрок, значит. Вот тут, значит, обычными ходами пассивная будет у черных как раз-таки, а вот такой кривой ход, как ни странно, Е6, дает некоторую инициативу, да. Вот это секрет этой позиции. Пускай думают об уравнении. По крайней мере, cd4 выйти невозможно, там, да, e3 сомнительно очень. Есть ход gh2, но такой тоже не очень красивый, там, опасный. Опасный ход. Да. Дебют этот я подробно расписал, когда мы играли в матч с Белошевым, короче, там все варианты основные указал, там, вот, ну, видимо, не читают классиков, да, подзабыли, не читают. У белых, короче, трудное уравнение, где-то ходов на 30, короче, тянется тут еще, да. Так, пока сыграл правильно, да, уходим и вытаскиваем соперника на игру таким путем, да. Пускай думает, что можно сделать. Может быть, додумается до хода gh2, да. Симпатичная там штука, возможно, кстати. cd4 явно не хочется выходить из-за ударчика, да. Но... Так, так. Время тикает. Там, па-да-па-пам. Так, а вот это лишнее, конечно. То есть тут... Я сам так помню, с Белошевым играл, но все-таки тут при правильной этой игре есть инициатива на стороне черных. Ну, будем душить, а b6 что тут думать, да? Пускай думают там, да? Так, секундочку, так как-то сомнительно немножко. bc5 же выхожу, получается. bc5 сразу, да. Надо было играть bc3, там, как ни странно, насколько я помню.
Так, ну Е7, что тут думать, да, надо посмотрим, что там можно сделать. Атаковать, не атаковать, да? А, ну просто размен, да, сделать, получается, темпы сходятся в пользу черных, они успевают раньше подойти к полю D6. То есть проблемки некоторые, да? Так, ударчиков нету, можно ли подождать и выиграть, не? Значит, нет, пока ходим CD6, там посмотрим, да, то есть сильная установочная позиция пока что у нас, да. Так, секунду, секунду, тут главное аккуратно сыграть, не выпустить. На Ф5 он поменяется, выходит, да. И там, еще там. Кто-нибудь знает, что там, не? Сейчас увидим. А, зачем нам ходить, подожди, зачем нам ходить Фи5, если можно пойти FG5, вот такая же тема есть вообще-то, да. Ну и тут позиция пока что вроде в нашу пользу складывается, да. То есть все обычные ходы вроде бы проигрывают. Ну тогда я вот выдалкиваю таким путем, да. Похоже, что она выиграет черным все-таки, да. Тут я не где-то ошибся, да. Типичная позиция, слишком слабый фланг выходит, да. Так так же я просто так не подумаю. А, еще пытается пролезть. А, вот он как. Плохие что. Но я думаю, какая-то техника должна тут быстрее. Быстро можно реализовать, наверное, да? Так, только не подставиться. Только не подставиться. Да, сюда, 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 аккуратненько. И, наверное, CB2 чистый ход, да. Слишком много лишних все-таки, да. Ну, пошла дальше чистая техника уже, да. То есть, я думаю. Ничего тут сделать не удастся. Так, да, престиж спасен пока что, да. Продолжаем. Ну, тут я правильный план знаю. Тут нас на понт невозможно. 4-3 счет. Так, интересно, у меня была заруба с Арунсом Нарвайшисом, короче, да. В чемпионате мира командным 16-го года. Там он пошел Фи5, и я пошел на сомнительный эксперимент. Да. И короче, где-то я там мог даже проиграть, но в итоге там ничего. И там была очень красивая идея в этом весь прикол, да. Так, значит, секунду. Берем на понт, значит, используем пока план Валюка, значит. Вот таким путем поменяемся, мы, да, неточный ход сделаем. Если он повторит, получается, Е6, то я там уравнение знаю теперь, да. Повторил, хорошо. Тогда, да. Так, Валюк-то играл там, Валюк играл, секундочку. Как там Валюк? А, Валюк играл GH2, выходит, GH2. Вот таким путем мы и пойдем, наверное, да. Секунду, а можно ли так пойти? Секундочку, еще раз, да. Нет, стоп, GH2 сомнительно, сомнительно. Сомнительный ход. Хотя Валюк там белыми даже выиграл у Бациева, там все-таки, видимо, ходы перестали. Нет, давай не будем дергаться, дружище, да. Как говорят в Одессе, нахрен мне это надо все, да. То есть действуем по простому плану и уравнение типичное, которое я знаю. Эксперимент потом будет, пускай, да. Все, возникает форсированная довольно трудная позиция для белых, то есть это гамбитная позиция Швидкова, там надо знать ходов 20 у этого уравнения, четкий план. Но, с другой стороны, эта позиция очень известная, такая заезженная, то есть и все сильнейшие мастера ее знают. Ну, я тем более, да. Думаю, я не знаю тоже, если бы он играл худшим цветом, да. Конечно, F6, FG3 меняться и так далее. Ну, так или иначе. А, стоп, стоп, стоп. Он так захотел, да? Так тогда я не успею подойти, все-таки защититься обычным путем, я думаю. Ну, я успеваю FT3. Успеваешь, так ведь. Вроде все чисто, не так уж страшно, да. Зря он, конечно, пошел b6, надо было f6 играть, да, точнее там было. Вроде все нормально здесь, да. Временная жертва там не пройдет, думаю. Все нормально будет у белых. Так, это получается идет четвертый микроматч, да? Вопросы, замечания, предложения? Так, Артем Кто на кого Гнарин. ставит? На кого ставит Закир, меня волнует только один вопрос, да. Какой коэффициент, кстати, на тебя, какой на Яниса коэффициент предлагать людям? Еще же важно, на что ставить там, типа, да? На то, что там кто-то выиграет, или кто-то не выиграет, или кто-то не. То есть такие вот, ну, словами не-не-не, да, то есть. Да, видимо, лучший план Яниса избрал, получается. Ну, аккуратно защищаемся. Ну, все нормально, ничья в кармане сразу есть, да, то есть. D4, тут ничего не сделаешь, дружище, да. Так, Артем Гарин там писал отличный матч.
Михаил Ананин писал, интрига закрутилась. Так, Динар Горея писал, всем привет, ждал и опоздал. Предлагаю ничеечку, слишком простая позиция, да, ничеечка. Так, хорошо, нормально. Значит, выходит последний микроматч этого, получается, первой половины сейчас будет. Выпадает теперь классика, да? Так, счет 4,5 на 3,5. Так, классика следующая. АБ4, БА5, ЖА4, ФЖ5. Еще на такой дебют, кстати. Так, вопрос, куда бить? Бить или не бить? Вот в чем вопрос, да. Оба хода хороши, конечно, значит, Z5 приятно. Давай все-таки традиционно на E5 там будем искать усиление, согласно анализу мастера Соколовского Марка Абрамовича, да. Так, нас берут на понт, аж G7 нельзя, зато можно CB6, удержим связку, все хорошо. CB2 такой ход упрощающий, там интересного мало. Я думаю, он поддержит ходом HG3. И вот усиление мастера Соколовского, это ход FG7. Приятная игра очень, да. У черных, то есть. ED4 простое уравнение достаточно, да, а вот EF4 ход слишком острый и слабоватый. Там, короче, где-то при случае можно подловить соперника, да. Но если так, значит, я тогда играю BC5 и любой бой, как говорил Ахмадзилов, слабоватый для белых, то есть куда ни бей, везде неудачно. Может быть, проще на B6 побить, да. А так вот я не знаю, что он задумал. Значит, еще раз, ну-ка, давай сюда. Подходим, не стесняемся, да. Надо же думать об уравнении, все-таки центр у меня, связка в мою пользу, и поле H4 тоже принадлежит черным, если вдуматься, да, так, по большому счету. И CB2 там остается, но это сомнительный план такой. CB2 же нельзя, тем более, за ударчика сейчас на ходового. Так, а теперь будем выискивать нужный ход. Решающего преимущества тут не видно все-таки, там из-за того, что вот эти шашки H8 и B8 отсталые влияют. На F4 он там будет упрощать игру, я думаю, тогда. Ну, а что делать? То есть пускай, значит, меня, в принципе, пока это устраивает. Так, посчитаем, чью пользу эти сходки будут там, да, в чью пользу сходки. Поменяться успеть можем всегда, там не так интересно, да, наверное. Ну, ладно, давай пойдем BC7, не хочу там влезать на F4, там интересного мало. Повеселее будет, что ли, да? Нужна игра, D3 нужна там. Правда, F4 довольно какой-то форсированный вариантик получается, да, наверное. Лучшего белых просто нету, да, все-таки, значит. Так, нас берут на понт, надо меняться, да. Ну, тут известная тема жертвы шашки ради... А, он не хотел даже нападать GH2. Тогда подожди, я думаю, это не совсем удачный ход. Я пойду DE7, чтобы шашку D8 ввести в игру, да. При случае появляется идея подкинуть C5 D4. Так, может быть. Выжидаем, чтобы не раскрывать свои планы, и пускай думает он, да. Так, пора выводить, значит, эту тему сюда, чтобы не было хода EF4 в эту секунду, да. Ну, к сожалению, надо позицию упроститься, я думаю, тут слишком. Причем надо играть уже аккуратно черным, все-таки связка неэкономичная. Хоть А1 слабая, но А7, эти C7, они послабее будут немножко, да, послабее. Так, подождем, тут, думаю, ничего страшного не будет. У нас был донат от Закира. С комментарием ставлю на Яниса 300 рублей. Спасибо, Закир. Я и за меньшие оскорбления людей убивал. Так, ну, Fe5 приходится играть. Единственная шашка играет, к сожалению, там для белых это мало что значит все-таки, да. Я успеваю там уйти, если что, в сторону. Успеваю уйти. Значит, нападаем. Приходится развязываться, да. Так, и что тут, значит? Я думаю, тут ничего страшного-то нету, наверное. Если сбить назад, как-то немножко сомнительно, да, там... Там, нет, там нельзя, там CD4 выйдет, CD4, значит, такой вперед выходит, да? Стоп, секунду, что-то мы тут наиграли, что-то мы, может...
Наверное, должна быть такая ничеечка, наверное, так вот пойти. Как-то так, да. Так, страшно жить, да. Ну что, если f8, то кину шашку, поставлю, там игра более-менее держится, да. Так ведь, темпа же не будет хорошего, так ведь. Можно. Можно и нужно кинуть. А, так он же на f8, что-то я, блин, затупил, да. Довольно простой это самое. Ёлки-палки, проиграл, что ли, выходит, да? Да, по инерции сыграл. Блин, как-то видишь, как... Ладно, сдамся. Хорошо. Так, счет сравнялся, 4,5 на 4,5. Сравнялся, видите. Так, ладно, будем брать на понт традиционными средствами, да, такими вот. Ай, сколько там при жизни, пока что так играем традиционно, да, bc7. Ну, это обычный ход такой, не самый сильный. bc7 было все-таки сильнее там при случае, да. Ладно, тогда мы играем традиционно, то есть пускаем. Он и будет играть, да, вот видимо. Ничто не цепляется, да. Ну и сразу поменял шары. То есть bc7-то веселее было все-таки, там, да, как-то веселее. Что делать? Позиция упростилась сильно, да. Надо играть на какой-то охват, все, что нам остается, да. Пустое поле b8, a7, все, что нам остается, уцепиться, да. При правильной этой игре, думаю, ничего тут у белых не будет, ну, посмотрим. Ну, очевидно, что надо пройти g7, f6, там разберемся, да, здесь. Так, значит, пока не раскрывает свои планы, я тоже подожду ходика, потом посмотрим. Главное, чтобы не было лишних разменов на... Так, размены-то будут все-таки, да, будут. Так, задавали бы bc3, вот что меня волнует. Наверное, можно еще такие. h2, так gf6 он заиграет, там ничего нету сразу, да. cd2 тоже нам приходится... Нет, все-таки bc3 пойдем, да, bc3. Да. Вот, малозаметная слабость шашек вот этих А7 и А6, она позволяет белым надеяться на какой-то успех даже при случае, да. Если поменяется, не так все просто, кстати, там, да. 3 на 3 меняться не так все просто. Ведь F4 слабая, потому что. А на ходы F6, D6 уже подвязывается B4. Интрига держится, пока ничья в матче. Нет, а когда, то есть, даже, допустим, такие ситуации, там, где-то минус 2 даже, допустим, бывает, может быть, и то я часто выравниваю и даже выигрываю. Это если минус 22, там, конечно, уже будешь волноваться, да. То есть, хорошо, просто, хорошо. О, Володя, все видят, да, микрошедевр, да. Ну-ка, иди сюда, дорогой друг. Хорошо имеет длинную дистанцию, понимаете, да, то есть видеоудар, то есть на бой там потом g5, cb4, круг почету снимаем, да, микрошедевр все-таки, да, прикольная штучка. Надо попросить Яниса, чтобы он бил шашкой, то есть чтобы зрители видели удар. Ну, нет, так потом покажем, по случаю покажем, красивая идея такая, четкая, да. Так, отлично, получается, закончили мы 5 микроматчей, пока перерыв, да? Да, давай вопросы почитаем, там буквально 5 минут. Так, 5,5 на 4,5 счет. Так, Артем Гагарин закинул донат 100 рублей. Спасибо, Артем. Спасибо, да. Так, читаем вопрос. Итак, вопрос Александр, YouTube. Как правильно решать комбинации? Понятно, что нужно расставлять шашки и пытаться мысленно разыграть вплоть до выигрышной позиции. Но, а если не получается, как долго мучить себя? Так, в комбинации бывают разные уровни сложности, допустим. Да? В той же книжке Цугерника там простые, средние там и сложные, да? По моей классификации есть простейшие вообще, простые, средние, сложные и сложнейшие, да. Выбирайте самое простое, среднее, конечно, можно будет решать. Вообще покупайте мои книжки, допустим, в моих книжках вот энциклопедия по дебютным ловушкам. Сначала приводится 400 примитивных ловушек, самых простых вообще, да. Потом там 600 штук средних и 1000 сложных уже, да. Можно выбирать любой уровень сложности. То есть не пытайтесь решить то, что нерешаемо, да.
Ну, сложное многоходовое пока это не нужно вам. Поменьше шашек. Допустим, не более чем 7 на 7 пока решаете, скажем, соотношение сил. Такое. Так, Марко Антонио де Оливейра Сильвейра пишет. Greetings, Masters, great work, Кондраченко and streamer this channel. Да, привет, привет, дружище, это Макарифан из Бразилии, да. Смотрят люди, знают, да. Да, спасибо. В своей стране никому нахрен не нужен, короче, в Бразилии кому-то нужен, да. Вот клиенты из Бразилии, из Китая, из США купили полный комплект моих книг. Не это самое, молодцы вообще, да. Да, интересно. Так, Александр пишет, как же я разочаровываюсь, когда не вижу решения комбинации, как будто слепой, это так досадно, ребята. Хорошо, это просто комментарий. Не, ну это сложно, можно так и разочаровываться, а простое там довольно быстрое решение находится. Все нормально, все приходит с опытом, но... Мы же все не рождались чемпионами, гроссмейстерами и так далее. К этому шли долгие годы. Я стал мастером спорта всего лишь 21 год. Это страшно поздно по современным меркам. Там уже молодые волки выросли сейчас, которые 12 лет, там мастера сильнейшие. Это Арсений Ценов, это реально сильный мастер очень, да. Хотя так ему пока не присвоили, насколько я знаю, да. Он давно-давно уже сильный мастер. Да. Угу. Чуть не выиграл Евгения в последнем турнире мастеров. В финале, ну, да. Чуть-чуть мы пока оставляем, да. Чуть это главное, да. Так, Александр спрашивает. Евгения, представьте, что нынешние ваши книги попались бы вам лет 20-30 назад вам в руки. Страшно представить. Если бы я полвека, на полвека, допустим, раньше бы родился, да, так я бы просто на этих книжках золотился там. То есть тиражи были по 100 тысяч экземпляров, и они бы за полгода быстро распродавались бы, понимаете? Из каждого тиража покупать там можно маленькую квартиру или черную Волгу машину в советские времена. Вот так вот ценился труд писателя и качество ценилось, да. Сейчас я просто... Сейчас народ в основной массе либо нищий, либо настолько дебилизованный, что они эти книжки не возьмут, даже если я им за это заплачу. Так что работаем на светлое будущее. Так, начинаем пока тогда следующую серию. Давай еще Александр спрашивает. Есть игроки, которые без особого труда решают шашечные композиции, но при этом играют на уровне КМС. И наоборот, игроки почти что не в зуб ногой в этих композициях, но при этом бодро играют. Есть мне кажется, эти композиции, есть мнение, что эти композиции как пятое колесо для машины. Нет, есть просто прирожденные игроки, есть прирожденные решатели, допустим. Это не всегда совпадает, допустим. Хотя я, допустим, хороший решатель и хороший игрок, да. То есть тренировка все-таки дает свою практику, да, приносится. Постепенно порешается несколько сотен позиций, там уже класс повышается, да. Так. Сергей Карпенюк спрашивал, а Сафину комментарий Кондраченко доступен? Ну, даже если доступен, я там не раскрываю суперсекретный вариант. Это матч товарищеский, то есть соперника друг друга знают и уважают, в отличие от некоторых, допустим, с некоторыми я никогда бы не стал играть, да. Еще тут второстепенно, главное, все-таки красота идей, допустим, вот одна красивая идея там была только что, да. Ну, все, я не смогу садиться, да, значит, продолжаем, да. Так. В этой серии, получается, я дальше играю белыми. 5 микроматчей. Mm-hmm. Начиная белыми. Артем Гаридом еще спрашивает. В эндшпильных книгах нестандартные приемы и как сделать ничью? Большинство позиций из реальных игр или больше композиций? Подавляющее большинство из партии, да. Так, 6-й микроматч, да? Широко известный такой узкий кругах дебют, короче, да. Значит, насыщенная такая сложная система там. Тут и Белошеевщина есть. Однажды Михальченко проиграл Диме Абаринову, покойному сильному питерскому гроссмейстеру, да. Опять-таки надо знать эту четкую установочную схему, да. То есть не так все просто здесь. Ага, Янис пока, значит, пока в терзаниях, сомнениях немножко, да. Не знает точного плана, да. Хорошо. Так, все-таки кое-что знает, но мы возьмем его на понт вот таким путем. Закрываться нельзя, если закрыться Е2, будет ударчик Д5, да. А Ж2, ударчик турну Д5. Да. Уходим, короче, уходим. Меняться было точно плохо, да. А вот теперь, значит, есть такой ход, как... Есть такой ход. Какой именно ход? Наверное, Ж3 можно подождать, я думаю, как-то так вот, да. Да, Ж3, то есть удерживаем ситуацию, чтобы он не пошел на F6 из-за подрыва. Вот в этом идея, видите? На ход G F6, там, а G7, F5, вот эта идея. И непонятно, кто кого тут перетанцует, да? Интересная такая обманчивая позиция, то есть... Так, пока что правильно играет, но сюда мало что поменялось, да, то есть...
По-прежнему в 6, f6 ходить нельзя. То есть e6 явно сомнительно там, то есть очень некрасивый ход такой, да. cb6 надо проверять, к чему эти сходки приведут. Но там, я думаю, белых всегда хорошо будет. Так что, наверное, да. Зря он тогда напал, получается, зря, значит. Я помню, сам такой играл черным с белошеей, он где-то проиграл. Я ходил там ходом e6, явно некрасивый ход сделал. Да. Так, идет янец по моим стопам, да? Так, не думаю, что это хороший план все-таки. Будем тогда, значит, портить позицию таким вот путем, как FG5. То есть максимально выбивать шашки, да? Хотя бы так вроде бы, да? Стоп, 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 значит, подожди, получится ли? А, не совсем точный ход, конечно, сделал, да? Да, надо поменяться, значит, тогда выходит, что мы немножко выпустили, да? Не та тема, не та. На g6, думаю, аккуратно gh2 подровняет, там и ничего особо не будет, наверное, ученых. Да, вот неточный ход, позиция перевернулась, уже как-то пошла игра, да? Ну да, конечно, сюда, конечно, да. Так, ситуацию надо удерживать. Каким путем будем ее удерживать? Наверное, ходом пока что bc3, лучшего не видно. g7 сильно, конечно, да, но я думаю, не так уж страшно здесь. Более-менее нормально будет, да. gh2 аккуратно подождем. Хотя очень мощная позиция у черных, но я думаю, да, разбивает, конечно, да. А d5, думаю, ничего страшного тут не будет. Таким путем подходим, да. Удар бессмысленно, там 3 на 3, равная позиция, абсолютно. g6, b2 удерживает ситуацию, все нормально. b2, все. Закроемся. Размен нам не страшен, то есть, ну, ничеечка, что ли, ничеечка, что ты хочешь, да вылечи, да. Ничья, короче, ничья, все. Так, отскочили, да, ладно, теперь будем душить по-настоящему, да, подбаловались и хватит, да. Значит, сильнейший план, конечно, выходить bc5, учитывая перекос в исходной позиции, да, а он тоже знает, что надо бить одну, все правильно. Вот теперь так, и нападать-то мы не будем, а подождем ход, важнейший ход ожидания gf6, вот так вот надо ходить. Видите, тут скрытый ударчик есть, допустим, если там cd2, можно ли секундочку, нельзя там, да. А, ну, просто идея бывает, на ходы cd2 либо gf2, идея удара cd4, ab6 и dc5. А вот здесь надо нападать уже, да, и пускай думают об уравнении. Интересный план, если зажиматься именно ef2, вот на это я рассчитываю. Что если поменяться, там, короче, и так, игры интересной будет немного. А вот ef2, он, да. Интересно, Янис нас слышит или нет? Так, ну давай, дружище, кто кого пританцует, да. Знаешь ли ты правильный план, да. Так, у меня такое ощущение, что он что-то знает. Шеф, я уже нервничаю, да. Так, спокойно. Тут главное, значит, не переставить ходы. Михальченко даже проиграл Диме Баринову, там, потому что сделал лишний ход. Но пока еще HG7 можно сыграть, насколько я помню, да? Пока что можно, да? А потом надо срочно меняться CB6, чтобы успеть отскочить. Да, это именно такой план. Да, все правильно. Да, все хорошо, да. Все, тут нас на понт не возьмешь, да. Честно, я хочу тут думать белым, очевидно, что надо играть CD2, там разберемся. То есть обычные ходы на отбой только хуже сделают. Да, вот CB6 пока что уравнивает, да, все нормально. На один запасной ход у меня находится больше в этой связке, так что DC3 ничего особо не даст. О, так еще лучше, так еще лучше. Значит, тогда мы спокойно. Очень спокойно. Мы пойдем. Вот так мы выходим просто на гамбитную позицию, получается. То есть стратегически очень мощная позиция со стороны черных, да?
Так, секунду, секунду, секунду. Блин, может быть, неточный ход сделал, секундочку. А P2 неточный ход. А, значит, да, отсюда поторопился слегка, да. Подожди, надо было просто b5 пойти, да и все. Так, тогда сюда, получается, надо пойти, чтобы успеть ход b5 сделать, да. Вот, да, поторопился, конечно. Теперь у белых уже хорошо стало, да. Значит, вот b5 уйдем, да, чтобы размен против меня появился. На d4, dc5 позиция, я думаю, держится, да. Да, ошибочку сделал, по инерции пошел. Ну, наверное, позиция какая-то такая типичная. Думаю, тут ничего мы сделаем в случае чего. А случай уже наступил, да? Так, надо закрыться и d6, думаю, сразу, да. Мотива понятно, что провести какой-то ударчик на поле это самое, на поле пустое e1. Так, я думаю, bc7 как-то стоит пойти. bc7, да. Чтобы при случае были комбинационные мотивы. Надо сделать такой ход идейный, чтобы колоночка была хотя бы, да. И вот, я думаю, спасает, видимо, меня, спасает ход f5, я так понимаю, да. Потому что удар уже подстроен, да. Размен бесполезный там, да. То есть, а удар подстроен, уже все нормально будет. Если f4, так b3 то же самое будет, да. Янис тоже это понимает, да. Хорошо, да, все в порядке. Так Александр писал, мне кажется, что у Жеки, когда выигрывают в онлайне, то делают это прогой. В ином случае ничья лучший результат. Не, я не такой этот самый, я не играю как машина, честно говоря. У меня много пробелов бывает, там, я специально иду на слабую игру, там, на острые позиции, да. Нет, много людей выиграло у меня по-человечески. Ну, конечно, такое мы отмороженных прожников, типа там этого, Крупко там и так далее, да. Все в порядке, я успеваю пойти на e5, видите, удар стоит неизбежен, типа e4, g7. Еще пускай аккуратно сыграет, да, то есть, ну, удар надо проводить, но ничья, я думаю, в кармане всегда есть. Так, как будем нападать? Так, Юра Иванов написал, Янис молодец. Вот так, пойдем, короче, потом d2 нападаем, все в порядке будет, да. Либо хожу c3 напасть, либо d2. Теперь d2, ну, ничейная позиция. Ну, шашка же по-любому отъедается, то есть. Сюда можно пойти и так далее. Ничья, ну. Не согласен, Янис. Ну, я выхожу, вообще-то ловить нельзя, то есть что тут? Идей нету, да. Нету идей. Так. 6,5 на 5,5 счет на данный момент. Чего пользу? Чего пользу, да? Пользу Евгения Кондраченко. А, да? Поют. Это важный нюанс, да. Ты что? Это за ходом борьбы забываешь, какой счет, короче. Да? Какой счет? Наши выиграли, да? Все. Так, идем дальше. Е4, Ф5. Ф3, Ф6. Хорошо, закрыли. Закрыли тему. Так, ну тут известная схема. Дебют с обратной игра Бадянского свелось. Он тоже знает, что аккуратно подождать надо, да? А Б6, короче, правильный ход. А, ЦБ6 ходит, да? Тут, мне кажется, немножко неточно, да? Можно пойти же h2, короче, и bc5 проигрывает, и dc5 некоторую инициативу отдают. Ага. Ничего не боится, значит, да? Хорошо, раз тут такой, значит, пойдем просто туда. Просто так пойдем, да? И теперь bc3 будем поддушивать немножко так. Так, правильно. Правильно пошел, конечно, да. Не стал ожидать, это точно размен. Это бы совсем было хуже там, да. Ну, что делать? Что делать? Надо за что-то цепляться. То есть, если выйти вперед, так на cb4 поменяется, у белых хуже даже будет. А b2 нельзя, ударчик стоит. Меняться не хочу, fg5 слишком просто. Поэтому идейный ход только один остался. Это пойти вот сюда, получается, да. Ну да, как-то так. Хорошо, а что он задумал, интересно, подожди.
cb2 лишние размены, наверное, будут. Да, cd2 можно пойти, наверное. Можно же пойти, цепляясь за шашку а7 отсталую, да? Ну, тут черных надо думать об уравнении, я так понимаю. Е6 вообще-то очевидный ход, не? Наверное. А В6 нападут, им ничего этот удар не даст, наверное. Слишком, слишком много отдается. А, стоп, по-моему. Все-таки можно играть, оказывается, в ниже. Неужели мы просчитались? Стоп, стоп, стоп. А, блин, просчитался, наверное, блин. Да-да-да, обидно. Уже там и Б7 может сыграть, блин, вообще не та тема. Да, просчитался. Так, сдаваться, что ли, не хочется пока. Ну, давай, для чистки совести. Б7 пошел, правильно пошел, да. Значит, будем прорываться, наверное, если можно. А можно ли? Не думаю, что можно, но... Давай тогда пойдем просто без размена как-нибудь так вот, да, аккуратненько. Может быть, при правильной игре это и выигрыш будет, да, но кто его знает. Надежда умирает последней, да? Надежда умирает последней, сказала Вера и замочила Любу. Тонкая игра такая. Так, будем до последнего стараться прорваться куда-то, да. То есть пока 2 на 2 там откинет шашку, да. Но я же могу этим грозить постоянно, да. Будем грозить, и там будет видно, да. Так, Карпенюк спрашивал, а почему видео Сафина нет? Так, стоп, подожди. Наверное, можно пойти с c7, хотя мы остаемся без шашки, там отрезают, но все-таки какая-то игра еще продолжается, да? Не так все просто, подожди, погоди. Значит, я жду пока здесь, да? Подожду. И, мне кажется, как-то можно будет отскочить все-таки, да? А b2, по крайней мере, там посмотрим, да? А может и нет. Видеоянец нет, потому что матч товарищеский, по желанию камеры. Так, так, ходит сюда. Ой, что делать? Ну, БЦ3 надо, там разберемся, наверное, да? Правильно ходит пока что. Так, а что тут можно придумать? Боюсь, что ничего даже. У нас же G3, последний идейный ход остался. Там посмотрим, что можно выкинуть, да? Какой фортель. Правильно ходит, блин, находит, значит, cb4 тогда выходит, так что ли, да? Так, что нам остается последнее здесь? Пытаться куда-то прорваться, куда только таким путем, но, наверное, маловероятно, да? Если выигрыш тут... Все-таки с двух сторон, опять я H4 буду стараться прорваться в дамке, да? Тогда пока что так, можно успеть, да? А, успел, успел, опа. Вот что крест животворящий делает. Ничья. Да, молодец, Владимир. Вытащил партию. Продолжим, да? Значит, ну теперь будем спасать престиж в этой системе, да? Так, ну... CD4 простая развязка будет. Идейный ход, конечно, это же H2 играть. А он не хочет, да. Он не хочет. Что делать? Так, счет 7-6. Просто меняться я не хочу, знаешь.
Значит, ну давай, dc5, что-то как-то так пока, да, лучший план. У белых большое преимущество серьезное такое, да. Ну, уравнение при случае, я знаю. А может, где-то еще и подловим соперника, да. Так, значит, e6 надо успеть сыграть, без хода b7, иначе проиграем, да. Ну, пока все нормально. Зацепка тут в том, что после bc3, f5, бить шашки h4 слабовато, там банчевая позиция, уже в пользу будет черных. Вот, на это я рассчитываю. Размены нам не страшны вообще будут, да? Давай, давай, bc3, bc3, e5, и бей шашкой h4, будь человеком, да? Не хочет, да? Так, у нас есть еще один донат, 150 рублей отправил любитель с комментарием. Большое спасибо за ваш канал. Да, спасибо вам за донат. Да, спасибо, спасибо, да. Какой-то вроде все такой стрим необычный, да? То есть слишком много донатов, это не к добру, да? Так, да, прихватил у нас, короче, но спасает пока что ход. Секунду, спасает или это самое? А, подожди, нужно не спасаться вообще, подожди. БСМ-то известно, что там ничья, я знаю, да? А вот мне интересно проверить ход. Проверить ход мне интересно. Какой ход, да, сейчас мысль ушла. Нет, БСМ оба два, там все-таки это не в мою пользу. Не в мою, нет, не будем дергаться БСМ, да. Как говорят в Одессе, оно нам не надо, да? Насчет доната просто давно не было доната. Уже как раз смотрю, последний донат был 60 дней назад. И вот сегодня. Так, спасает только известный ударчик HG5. HG7 проигрывает, HG5 спасает, да. Я знаю эту идею. Я не в шоке, да, не знаю. Думаю, что попался на что-то, да. Нет, это необходимость такая, этот ударчик повалить. HG7 вообще плохо было, да. Значит, тогда ударчик такого типа, да. Вперед ты не побьешь, вот чем идея, да, просто FG7 же там ловится, да. А тогда тут у черных все нормально, короче, шашку приходится вернуть, короче, и нормальная позиция будет, нормальная. Ничего не боимся, так, одну секундочку, да, ничего не боимся. Тут, подожди, тут же можно подровнять. Просто путем получается АБ4, наверное, подровнять можно. АБ4 даже, да, да. Можешь выигрывать шашку, но тут не страшно это, да. Все, короче, отскочили пока что, да, повезло. Так, Василь Берекета пишет. Євгеній, ви класний гравець і цікава людина. Вітання з України. Вітання, вітання, дороженьки, да. Я сам где-то в глубині душі хохол, да. Так, он решил отступить. Ну ладно, тут не страшно, в принципе, все нормально. Тут такая неравная позиция, да. Уходить нам не обязательно, я думаю, можно и до Е7 пойти таким вот путем аккуратно. Я не сложил мало времени. 5 секунд. Так, секунду, секунду. Что-то такое. Начинаются какие-то осложнения, да? То есть, подожди-ка. Что-то нас хотят, но не знаю, что. Пока подождем, там посмотрим, да? Пока что можно так же. А потом будем атаковать, если что, да? Так, гоп, стоп. Подожди, подожди, подожди. Не думаю, что это лучший ход. Все-таки не думаю. А напасть нельзя, я d6. Пасть можно всегда. Подожди, подожди, значит, надо точно. Мы примем временную жертву. О, секретное оружие. И тихий ход вот сюда, отсюда, вот, а. Ага. Так, так, подожди. Ну, а теперь должна быть какая-то перестройка. Поменяться мы успеем всегда. CD4 там не то. Значит, CB6 сильный ход будет. Да, CB6. Очень мощная давка здесь. И C7 просто, да, без размена. Без размена, да. Душим просто без размена. Так, CB4, чтобы свобода действия была, короче, да? Угу. Размен получается не в нашу пользу, да? Не в нашу пользу. Значит, надо просто D4 выйти. Но, к сожалению, H4, похоже, на ничью, да.
Все-таки успеем, да? Ну да, поменялся ничейная позиция. Ладно, ничеечка, да. Так, защитились нормально, да. Не было там выигрыша у тебя? Не, ну что, какая, откуда там равная позиция такая? Я играл лучшим образом, то есть не менялся ритм, но повезло, что так случилось, да, свелось. Так, Е3, Д4, Д6, Е5. Старинный дебют еще из первого чемпионата мира по леталкам. Так, счет 7,5 на 6,5. В пользу Евгения. Плюс одно у меня или сколько, да? Да-да, плюс один. Плюс один, да. Так, хорошо, поехали, да. Фу-фу-фу, такой дебют непростой, значит. Ну. Так, два плана. Давай-ка пойдем просто так, наверное, да. Хитрый сомнительный заход ЕД6, но не CD6, да. Ну, тут ЕД6, у черных небольшая инициатива, обычно играют так. Интересная позиция выходит. БЦ5-то надо выходить или как? Надо все-таки выйти, да. Но пока все нормально, защищается, то есть угроз не видно со стороны соперника. H4, F4 нормальный центр будет, да. Более гибкий ход был, это FG5 пройти, не HG5, FG5 пройти. Ну, вот такой ход нас спасает и дает нормальную игру. Срочно надо перестроиться, иначе большое переразвитие сказывается, да. Правда, оно и здесь сказывается, да, тут надо играть аккуратно здесь. Аккуратно это пойти БА3, чтобы выбор ходов оставался, да. Тут ЦД4, ЦБ4 очень хороший охват был бы, да. Так, нас охватывает, да, что делать? Ну, сюда получается, там разберемся. Ударчики нам эти типовые не страшны, все-таки там знамка сразу ловится, да. Если там БЦ7 там или ДЦ7, а БА2 можно играть. Что, кто сильнее будет, этот центр или эти фланги, да, посмотрим. Я думаю, у меня все хорошо пока что. Так, ну, можно пойти АБ2, можно, да, удар ничего не дает, там ловится все. Так, да-да. Черные понимают, что они тут немножко выдыхаются, то есть нету запасных ходов, и поле Е7 пустое для успешной связки. У белых же свобода действий полная, видите? Все хорошо пока что у меня, да. Ну, а G7, D7, что тут думать? Очевидные ходы, пока что очевидные, да, D7 и так далее, да. А там разберемся, а ты еще, да, хочешь что? Ну, вот, такой ход, блин, такой ход. Подожди-ка, подожди, так я же могу пойти, дружище. Я же могу пойти HG3, сюрприз, а? И неизбежный ударчик FE5, а потом CB4, да. Что вы на это скажете, сэр? На любой ход, да. Ну иди сюда, дорогой друг, иди сюда. Подобный удар провел однажды Михальченко, даже самому Валюку в чемпионате мира 2000 года, короче. Правда, там Валюк отскочил на ничеечку, да. Так, фишка в том, что, смотрите, я же, получается, я побью, даже не буду бить на F8, это даже может быть лишнее, да. Да, побью на B8, я не боюсь, потому что на B-ход G5 всегда есть FG3, получается, видите, размен G3 есть. То есть никак не поймаешь, что эту дамку здесь все чисто, да. Ну да, похоже на то, то есть, все. Там Байер... Петли нету, да, все. Там Байер писал, что у тебя выигрыш был 4-4 прошлой позиции, пишет, что... Ну, даже... может быть, но вот и самое, видишь, тут... Тончайший выигрыш даже с прогой очень сложно. Там был какой-то у тебя выигрыш. А, блин, же ловит, короче. Он же мог поймать, короче, мог поймать и D6, да. И подожди, если так, то я успеваю убежать, успеваю отскочить вот эту секундочку, да.
А потом же F2 закроешься туда. Нет, тут ты, дружище, не успеешь, я думаю, никуда. Можно напасть, наверное, как-нибудь вот так вот по-простому, да? Вот так вот можно напасть. Поймать не удается, на D5 побью две штуки, а теперь, получается, вернуться, да, и подвешен ударчик стоит. Ударчик подвешен или не подвешен, да. Ну, тогда я все-таки нападу, с вашего позволения. Пойдем. Я бью, извини, вот сюда побью, да, сюрприз. Не, ну тут все чисто вообще, без запросов, да. Так, все. Два получается. Удалось, да. Так, значит, это была первая партия микроматча, теперь вторая, да? 8.5 на 6.5 счет. Ну, я всегда обычно под конец только разыгрываюсь, да. Так, и сюда, дружище, хочешь пойти. Ну, люблю, конечно, я окружать, поэтому FG5 так и просится. ЕД6 там как-то скучновато немножко, там довольно простая позиция. BC5 на H4, ZF4 и EF6. Идейный ход, щукинский, да? 10 щукинских ударов, как говорится, да? Так, идейный ход EF6, да. Тут Гера Таранин что-то залепился щукиным ход F3, однако, конечно, здорово пошутил тогда, то есть, что за такие подставы, спрашивается, да? Ну вот, такая позиция игровая. Меняться, само собой, неудачно. Там D3 интересная какая-то насыщенная борьба. Там, да, посмотрим, чем закончится. Считает мои мысли, да. Значит, надо уходить, конечно, сюда, там разберемся, да. Что сильнее, центр или не центр, да? Так, и пора уже все-таки это перестраиваться. То есть идейный ход какой-то простой GF6, идея подрывчика на B2 и E7 с нормальной перестройкой, да. Я думаю, что черных чуть-чуть приятнее, ввиду того, что вот такой рыхловатый центр с пустыми полями B2, D2. Ну, а B2 необходимо по-любому там, да, то есть мы тогда пойдем сюда, можем пойти. Ударов-то нету, размен всегда у черных есть при случае, да. Такой зажим, конечно, интересный, зажиматься, естественно, не буду, просто отступаю в сторонку, но с нормальной игрой, да. С нормальной игрой, надеюсь, что так. Fe5 нельзя из-за ударчика bc5, а потом b4. Такая простенькая мулька, симпатичная, да. Кстати, так развивалась партия Лонта-Баринов из чемпионата Питера 2013 года. Я написал брошюру памяти Димы Баринова, там такая партия была, помню, вот Fe5, да. Из-за дырки на поле d2 у белых пока не лучше, то есть такие, ну, читайте мысли. Иди сюда, дорогой друг, да. Телепатия все-таки существует, Володя, да? Что говоришь? Телепатия. Только что вариант назвал, он прямо выиграл, короче, проиграл, да? Да, красиво. Так, ну так, простенько, симпатично. Хорошо, проехали, значит, новый микроматч. Два микроматча осталось, получается, два микроматча. Да, 9.5 на 6.5. Так, удильщик совсем озверел, да? Отличный следующий дебют, сейчас я вижу, будет, короче, там все время играли Валюк и Белышеев его, там очень красивый вариант был. Потом в комментах покажу, если не получится в партии вдруг, да. C4, B5, DC3, AB6. Вот два кривых хода, и возникает интересная насыщенная позиция, да. У белых, похоже, им приходится отбиваться на ячеечку, так? Взял так, ну, и убил всю интригу в матче, да. Так, а почему интрига была? Все-таки он дважды вел счет, по-моему, да? Дважды было, нет? То есть преимущество пока далеко не явно. То есть смотрите, что я хочу. То есть сильнейший план тут пойти Е4 с аккуратной нейрон, там, правда, вызывает упрощение. А я так не хочу играть, я хочу повеселее, чтобы было. Поэтому вот давайте-ка залепим ход АБ4. Такой острый, немножко сомнительный, но пока что старые мастера рекомендовали играть, да. CD2 проигрывала, насколько я знаю, там, да. То есть H4 уж плохо очень, да, конечно. А вот АБ4 хоть кривой, но такой на игру, то есть, видите. А Янис, ну, не пошел на игру, не пошел и все, то есть. Ну, это дохлая ничья получается, да. Я просто отбиваюсь. Этот вариант, типа, он выталкивает меня в центр, не страшен, потому что везде аккуратно игрой постепенное уравнение будет, да. Отскочу так или иначе, отскочим, да, то есть. Как-нибудь да придумаем, да. Ну, давай еще тут можно сделать... Можно пройти же F4, чтобы не было хода F6, так, и доцепать BC3, чтобы снова не было хода F6. Вот такое какое-то уравнение, да. Выжидаем, получается, да.
CDH что-то думает, ну. Значит, вирус на E5 получается, да. Так, Баир писал там в чате. Я русскими шашками занялся в 22 года в 1993 году. Мастера присвоили в 95-м 24 года. Так что 21 это не край. Так, секунду. Он не хочет, получается. Не хочет, да? То есть, оно имеет полное право, конечно, да? А что можем сделать мы для уравнения? Хороший вопрос. И пока его так четко не видно, этого уравнения самого, да? Вот СБ2 пойдем, там разберемся пока что. Да? Пока что так немножко сомнительно, но, я думаю, удерживается позиция, удерживается. Да, неприятно такой белых, но как-то более-менее удерживается. Вот из ничего все-таки сумел вытащить на игру здесь. Молодец, да? Сюда, говоришь, да? Подожди, подожди, сюда, 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 да? Но, конечно, да, только потом куда, спрашивается. Так, я успеваю пойти или не успеваю? Секундочку. Б3 успеваю пойти, наверное. Чтобы не было хода ЖФ6, получается, видите? Да, и вопрос, куда она будет ходить дальше, интересно. Е7 же нельзя, и Е6 удар стоит, FG5 получается, с прорывом на фланге, да. А Б7 я успею уже перестроиться, так что зря он так замутил эту тему, да, зря. Так, хорошо, заметил ударчик, да. Тут фишка в том, что я, да-да-да, я успею напасть первый, короче, видите, то есть успею напасть первый. Сводится в мою пользу. Я не буду ждать же, а вот нападу первый, получается. Вот. А теперь ходом HG3, вот так вот. И чтобы сделать ничего, надо менять 3 на 3, получается, ширина менять. И то там у белых хорошо, да. Е7 же совсем не пойдешь из-за хода GH2. И АБ4 тоже GH2 ход запрещен, видите. Вот такой маленький нюансик. Так или просто нападаю, и, похоже, выигрыш. Выходить-то нельзя. Да, вот угадал я с этим планом, то есть пошел на острую игру, это себя оправдало, получается. Ну, теперь еще лучшим цветом еще проще. Ниже план-то я знаю теперь, да? То есть H4, GF4 чуть ли не проигрывает, а B4 сомнительно, так вот надо играть, да? Ну, тут большой, хороший выбор со стороны черных. Вот таким путем нападем на себя, да? Есть знаменитая ловушка, потом покажу нас после партии. Да. Так, 10,5-6,5. Да-да-да, значит, BC5 проигрывает из-за ударчика, а надо подождать сначала HG5, такое усиление. Да. Почему я не стал играть с этим первым белым цветом в первой партии? А вот теперь этот подрыв получается с хорошей игрой со стороны черных. Так, что такое? Проблема, вопросы, предложения. Как не бей, я бью на G5, короче. Не буду бить на E5. Нет. Теперь B7 получается, промежуточный бой именно на G5, да. Тут нас на понт уже не возьмешь, да. Должно быть какое-то уравнение такое, ну, несложное, наверное, но все-таки неприятно у белых, да. Так, хорошо. Шашку мы отъедаем, я думаю, по-любому тут. Да. Так что, чем нас будешь удивлять, интересно? F2 только остается пока что, да? Может быть, EF2 там надо попробовать. Должна быть какая-то защита, основанная на тактике. Скорее всего, таким вот путем, да. Видимо, так только. Да, наверное, EF2 позволяет это подровнять. Но я не буду сдвигать шашку D7, не буду сдвигать, пойду лучше по-простому там, да. Как мы пойдем по-простому, да, откуда я знаю как, да, значит. Надо просто уйти без ничего там, как-то без ничего.
уклониться от всего этого? Так, секундочку, можно ли уклониться? Давай пойдем в Е7 для начала, да, разберемся. Пока все нормально, да. Шашка в опасности все-таки, да. Е3, так тогда на H4 пойду. Так, сюда что-то сомнительное такое, что он хочет какой-то удачи привести, да? А мы возьмем его на понт. Или не возьмем, подожди. Брать на понт или не брать? Нет, F6, CB4 сильно, это ошибочный ход получается, да? А ждать он поменяется, да? Ну тогда что тут мутить? Пойдем по-простому, как-нибудь вот так вот. Убрали объект атаки, и играть стало не так уж интересно, да? Кстати, про понт там писал тоже Баир историю. Я Жене проводил иногда забавные удары. Женя там в шоке бывал. Женя романтик, но против меня он как-то крайне прагматично играет. Очно один раз Женя играли на Европе в 2013-м, там я проигранную позицию выиграл. На понт взял, как говорит Женя. Да, было дело, да. Каюсь. Так, что нам тут грозит? Подожди, ничего же вроде страшного пока нету, да? Ну, я пойду CB6, мне тут угрозы пока не страшны, короче, не страшны, да? Моя некрасивая позиция компенсируется тем, что у него А1 застряла, пока не работает. И вот есть такой ход, как ЕД6, аккуратно, да. Все в порядке стало, да. Уходим, короче, да. Ну, также грубая ошибка, то есть я просто кидаю, и я на позиции получается. Надо до конца аккуратно довести, да. Так, секунду, так я успеваю пойти, да, теперь же F2 успеваю тоже, и размен готов, да. Ну, сюда оно должно быть выиграно, да. Забираем две штуки и поехали дальше. А, или все-таки отскочить на ничеечку, да. Ну, поскольку первая партия удачна, так что разницы особо и нету, да. Давай еще поиграем, кстати, поиграем, все-таки шашку провожу. И большак вроде как не совсем у белых, да? Не совсем у белых. Ну, таким путем. Шашка пока защищается, да? А, подождем, значит, таким путем, да? Нет, я же пойду, ты не успеешь подорвать, дружище. Даже не думай. Даже не думай. Так, шашка защищенная. Все хорошо, все чисто, да. Можно ли напасть, не? Лучше. Так, напасть нельзя, получается, да? Секундочку, еще раз. Так. Можно уйти. Уйти, получается. Уйти же можно, секундочку. Флаг уронил, да. Так, последний микроматч остался, да. Значит. Так, счет 11,5 на 6,5. Так, хорошо, это обнадеживает, да. Ну, но партия интересная, насыщенная такие, все-таки борьба идет, чувствуется. F3, F4, F6, A3. Такой тоже хороший дебют игровой, там, если играть, конечно, выбирать правильный план. Так, поехали. H4. Справляем перекос изначально, да? Лучше подождать B5, там же F6 чуть слабее. Я тогда буду усиливать давление таким путем, да? Александр пишет, маэстро просто щелкает мастера. Мы оба маэстро, да, то есть... И последнее, которое я делаю, полезную информационную работу, то есть там у нас хорошие каналы, там блоги ведем и так далее. То есть идеями обмениваемся постоянно, так что один с ним, с кем приятно общаться, допустим, да. Кстати, выиграл 4 партии подряд выиграл, получается, еще. Ну, бывает. Так, что тут хотим?
Что вы тут из-под меня хотите? Ну, поздновато такой ход делать, короче, потому что у белых стойкая инициатива. Вот эта партия известна Валюк Платкин, чемпионат Беларуси 1997 года. Вот так вот неожиданно. Кажется, что этот ход плохой, типа d5, а там же f7 хода не будет из-за отдачи. Поэтому позиция черная пока что разбита. Там все ходы обычные слабые тут. Надо меняться d5, отбиваться bc5, и то стойкая инициатива у белых будет. Нельзя b4 из-за удачика d5, на секундочку, да. На c5 плохо, потому что две на две поменялись, очень мощная позиция. Даже несмотря на связку будет очень сильная там. Так, у нас уже 60 лайков. Соберем сегодня соточку лайков или не соберем? Как думаете? Вот, нарушили черную гармонию. Надо было ли брать g6 на первом ходу, получается. Если уже b5 ходил, то потом g6 не сдвигает. Надо было там по-другому играть. Может быть, d5 поменяться, такая ловушка известная. Ну, то есть тема известная. Вот он не знает, какой план ухватить. Видите, то есть из-за колоночки у белых пока в эту секунду хорошо, и отбиться не удается. Надо меняться назад, короче, да. Ну, тут просто b2, пошла игра в одну кассу, из-за стола h8, все хорошо со стороны белых. Если f5, так g5 там чуть ли не выигрывает, да. Тогда, ну, bc3, что тут думать, давим, пока что давим, да. И сюда, то есть очень мощное давление, либо центр будет сильный, либо гамбитная хорошая, да. fg3 универсальный ход, не требующий раздумий, потом посмотрим, идти на связку, либо разбивать ее, наоборот. Все, что есть у черных, это пытаться замутить связку, да. Я думаю, ничего тут не выйдет, дружище. Я нападу, у тебя хорошего темпа-то, наверное, не будет здесь. cd6, да? Потому что я успею выйти без хода g3, выхожу d4, а потом e5 вырываюсь. Вот в этом идея, да. И все отлично со стороны белых. Так, еще один ходик подождем, а потом нападем d5. Нападем, не сомневайся, да. Теперь сюда. Закрывается там ударчик, стоит ЕД4, допустим. А на такой ход есть, значит, ну, известное давление с такой стороны, да. И центр это посильнее будет, конечно, да. Посильнее темпы в мою пользу, да. Отскочил, надо посчитать, в чью пользу сходка. FG5 выигрывает или нет. Ну, пойдем лучше универсальным ходом, таким как ЕД4, там разберемся, да. Проблема-то проблема, да. Тогда g5, да, g5, похоже, выигрыш. Тогда просто h6. Ну, так чисто. Все, так. И последняя партия осталась, да? 13,5 на 6,5 пока счет. Так, тогда удерживаем ситуацию. 5 побед подряд у Евгения. Так, g3, понимаю, секундочку, понимаю, да? Стоп, тут некоторая разница между ходами есть. Раз ход FG3 еще не сделан, то я могу пойти GF6. Вот тут, да, не точно, зря он тот ход сделал. То есть при фланговом построении лучше в центр не выходить обычно, да? А тут же я смогу поменяться d5, получается, видите, успеваю, а потом уже FG7 стоит. Вот простая идея достаточно. Но это должно быть выиграно со стороны черных. Отдадим. И чувствуем себя хорошо, да? Да, я думаю, там нигде он не проскочит. Даже, может быть, ходом только h4 последний шанс остается, только ходом h4. Так, что такое? Как в мультике, там следствие идут колобки, да? Шеф, я очень нервничаю, да? Не видно идеи. То есть h4 только, чтобы потом можно было напасть d2. Вот он эту идею ловил, получается, да? Но я там даже думаю, тут напрягаться не стоит мне, то есть что тут? Я же могу спокойно поменяться просто, да, поменяться. Даже в эту сторону, короче, все там. cd2 вечно невозможно, удара пока нету там, да? Но потом на отход h3 встречаем там его, да? Все в порядке, да.
Наверное, план есть там вот g3, потом ef4, gh2, только там где-то можно будет отскочить. Да. И, ну да, да, к этому сводится, да. Так, я тогда смогу все-таки подождать ходик как-нибудь вот так вот, да, наверное. Удара пока нету. Удара ж нету, да? Нету. И после хода Е4 ходить Е6 не обязательно, там же можно и по-другому как-то отскочить. С неплохой игрой для чего. Может быть, ЕД6 проверить ход. Вот так вот, да, такая штука интересная. Да, так мы и сделаем. Не будем ходить на F6. Ну что он тут думает? GH2 универсальный ход, по-моему, GH2. Там разберемся, да? А так довольно просто, мне кажется. То есть я ж пойду просто сюда. В чем идея, непонятно, да? То есть отдать шашку и пойти, интересная идея. Но я успеваю пойти на c5. То есть идея, конечно, интересная, но... И сейчас вижу... А, то есть нападать на собой нельзя, но есть промежуточная отдача выходит, да, и теперь напасть. Так, нас тоже берут на пон, да. А чем нам грозят? Чем нам грозят? Я могу пойду cb6 и меняться бесполезно, и заходы b5, все чисто сразу, да. Так что все, не вышло, дружище, не вышло. Все, спасибо за игру. Насыщенный, интересный матч получился, да. Так, 6 партий подряд Евгений выиграл. И итоговый счет матча 13,5 на 6,5. А с Яриком сколько было, не помнишь? Уже не помню. По-моему, 14,5 на 3,5. Вроде бы больше, да, там было, мне кажется. В сумме 20 получается, да, или там сколько там. Ну, он 3,5 набрал, кажется, 3,5 получается. 16,5 на 3,5, да. Ну, все-таки Янис играет посильнее немножко, да, значит. Давай подключай Яниса, короче, посмотрим, что там можно было. Интересные идеи какие были, да? Вот мне интересно, последние три микроматча кто выбирал? Те, что ты выиграл, 2-0. Один получается он, и два я. А тот, что он выиграл второй микроматч, там Янис выиграл 2-0. Второй выбирал он, да. Интересно тоже, да. Удачно подобрал. Я думаю, связь такая мало. Я там где-то не выиграл, там где должен был выиграть, и наоборот подставился, может быть, там где-то нормально. Так, ну подключай Яниса, там поговорим, да? Да, сейчас подключаем Яниса. Спросим его мнение о матче. Всем привет. Да, приветствую, да, привет, Янис. Привет, Янис, привет еще раз, да? Какое мнение о матче, да? Я так понял, в конце сломился, да? Расстроился, что проиграл и... Там под конец немного это... Расстроился уже. Последний матч тяжело игрался. Бывает, да. А все-таки один микроматч выиграл. Все-таки один микроматч у Евгения выиграл. Слышно, да? Слышно. Говорю, все-таки один микроматч у Евгения выиграл. 2-0. Второй микроматч. Как так получилось? Ну, знал вот эту без шашки одну жертву. Там и подловил. А, кажется, знал, получается. Я-то думал, наивно что-то типа. Как оно? Значит, я там не ошибся, выходит, да? Я не ошибся. Первого раза без шашки как играть? Там не посчитать. Просто знал, как ты играл для гамблера. Но я чувствую, что там все-таки четкого вырежа черных не было. То есть там вроде бы ничего не выпустило, потом уже плохо стало, да? То есть как-то надо было шарфу отдавать обратно, да. Да, интересно, да. Хорошо, учтем, да. В одной партии еще в Эншпиле, когда я не соглашался на ничью 3-3, недавно выкладывал позицию, где дамка ловилась таким красивым способом, и оппозиция. Но тут в один ход темп не сходился. Помнишь? Ну, ты имеешь в виду, допустим, там, где белые стоят, сейчас, секундочку, там... Белая, c1, g1. Да, и c3, допустим, c3 стоит, простая там, да, где-нибудь? Короче, нападение дамкой, белая c1 нападает дамкой и простая да, g1. Да, ты бил на e3 дамкой. Да, понятно. Это старинный чуть Туманова, короче, я знаю его, конечно, знаю, да.
Но он такой, да, не попались. Так бы красивый выигрыш был бы. Так, какие-то есть, может, красивые те моменты из того, что ты запомнил, там есть? Или я буду показывать сейчас, да? Но из прошлых партий могу показать. Не именно. Нет, с этого. Из этих. А, из этих надо показывать. Да если что-то у тебя ценное есть, там такое красивое, может быть, возможный вариант, то покажи. Если нет, так покажу я тогда. Ну. Ну, если бы в этом матче я бы что-то видел красиво, я бы это сделал. Так я был бы не согласен с этим, да. Я бы упирался, да. Ну ладно, да. Ну, могу свою любимую партию, позицию показать, как на гамблере 5 лет назад выиграл. Хорошо, ну хорошо, давай. Давай. Заходим за столик Яниса, так. А как это расставлять позицию? Там выбери шашки и обучение. А позицию нет, лучше покажи партию целиком. Можешь партию показать целиком? Нет, партии полностью нету. А, ну там, Володя знает, как ставить именно позицию. Да, там, там сложно. Давай, может, на лидрафте раз быстрее получится. Ну давай ты тогда ставь, я это. Скажешь, где шашки стоят сейчас. Секундочку. На гамбере так и не сделали. Надо там правой рукой через левое ухо расставлять, как говорится. Так. Так. Сейчас какую-то студию открою быстренько. Детей обучал, поменял себе шашки на такие пельмени. Сейчас надо поменять. На серьезно. Так, погоди. Я пока ничего... Ты его показываешь экран там? Я пока на экране ничего не вижу, да? Подожди. А сейчас открою экран доступ. Только зрители пока видеть. Так, постой, подожди. Так, сейчас я студию открою. Секунду, студия. Вид и размер доски. Там же был вид доски. Я хотел просто зайти в любую студию, какая уже есть, там добавить просто главу. Давай, говори, где какие шашки стоят. Видишь, да, экран? Так вот тут стоклетки стоят. Нет. Ты смотри, тут не, пишет... не на стрим смотри, а смотри в скайпе, демонстрация экрана. Говори позицию, я расставлю. А, да, в скайпе демонстрация экрана. Смотри в скайпе, получается, да. Белые шашки. B2, C1. Дальше. Алло. D2, D4. D2, D4, да? E1. G3. H6. Есть черные? Так, сейчас я стрим выключу. Черные шашки. A3, A5, A7. Так. F8, F6. И, по-моему, есть так. B6 может быть, B6, да. D6. D6, да. И, да, и E7. Вот, по-моему, такая позиция была, да. Ход белых, да? Нет, ход черных. Ход черных. Хорошо. А, понятно, какой-то удачик будет в G7, DC5 и там запирание. Да? Мне в турнире там достаточно ничьи было. И я сходил АБ2, предложил ничью, но тот отказался и начал проводить комбинацию FG7. Сейчас досочку переверну. За черных, чтобы красивее было видно. Так, да нет, лучше за белых. За белых переверни. За белых? Да. То есть они ошибочно провели комбинацию. Ошибочно, да. FG7. DC5.
Бьем дамка 2. Бьют в дамке. Да, известный мотив запирания, да. Ну и в шашках, я считаю, самое красивое — это запирание. Да, это красиво. А я думаю, что цугцванг, да. И ведем g4. Красиво. Так, аб6. Е2 срочно. Т2. Е2. Сюда? Да. Да. Д3. Д3, да. Да, известный мотив из партии мастера Чернопищука. Да, известный. Ну, АЖ5 и так далее ведем в дамке. В дамке. Вперед. Ну, вперед, вперед, Володя, это понятно, да. На g7, на f8, короче, да. Да, на f8. И получается, когда ходит на e3, отдаем шашку и закрываем. Да, да, вот это была интересная, да, позиция. Да, такую позицию вещь, да, видел тоже, красиво очень, да, мне тоже нравится. Хорошо, хорошо, да. Давай лучше посмотрим, как Евгений покажет анализ партий наших. Хорошо. Ну, не то, что наши, просто там возможные варианты в этих дебютах посмотрим, да? Так, переходим в гамблер, да? Так, хорошо, да, давай. Что-то я столик сейчас создаю, короче, сейчас секундочку объявлю просто, да? Первый дебют, ED4, FG5, ну, FE3, BC5. Так, объявить и начать, да? В одном моменте хотел тебя подловить на комбинацию. Я до где я напал вторжение, и тебе закрываться нельзя было золотой шашкой. А, так это известная табурка, старая, да, помню, да. Значит, смотрите, вот такой дебют известный, там еще, в принципе, известный с 44-го года, как ни странно, да, старая школа. Тут красивая тема может быть. Значит, ну, сбили-сбили, да, допустим, F4, там где-то H4, GF2, там GF6, такой простой позиции уже выигрыш черных оказывается. FG7 ходит, чтобы не было развязки, да? Так? Значит, белые там пытаются сопротивляться, ходят как-то АБ2, допустим, да? И выигрыш такой неочевидный. FG5 выдавливание вперед центра, да? Белые там пытаются скачать. Если пойти по D5, просто поджимают таким путем, ну, известный ударчик такого типа, да? И так далее, понятно, да? А самое красивое тут, это необычный зажим, значит. FG5, если попытается поменяться FG3, секунду, мне тут просто нападение, кажется, решает, да, подожди, не тот вариант, секундочку, не тот вариант. Так, сюда. Нет, ну, главное, пока я показал, короче, да, B2, FG5, получается, там выигрыш, да, подожди, мы спутали варианты. D4, BC5, сюда. А, да, немножко спутаю, это из нового начала я хотел показать, да, не та тема, да. Тут идею показал, ладно, показал идею. Вот в дебюте, новый дебют, получается, завершим, да, новый дебют посмотрим. Во втором микроматче был, да. H2 на H6 и H6 на H4. Ловушка, которую открыл мой приятель Женя Ивашко, да. Так, надо перезапуститься тут, блин. Заедает почему-то каждый раз. Смотрю, закончится лично командный турнир. Выиграл Олег Дашков сегодня турнир. Так, вот где это было, да? Значит, играли правильно. CB4, BC5, BC3, FE5, EF4, да? Четырянец там. Значит, GF6 ходит, да, допустим. И такая вот тема есть. Если черные пытаются связать ходом АБ6 сюда и CD4, да, то выигрывает обалденный прием, только жертва шашки и тихий ход, короче, выигрывает. Сдать невозможно из-за подрыва BC5, DE3. Если FG5 получается, то BC5 стоит, да, роза, значит. Ну, смешный вариант такой, значит, тогда DE3 пробили сюда в дамки там. Еще CB6 пытается отскочить и даже почти поймал на секундочку, да, но мы просто выходим за F4, уже выигранная позиция, да. То есть такая необычная жертва шашки, тихий ход и некуда ходить в дебюте, да. Так, смотрим следующий тогда дебют. Е3, А6, А6 на А4. Да, 9.
Да, значит, правильный план, конечно, белым играть по краям, на окружении играть, допустим, вот cb4, там f5, да. Я с нарвачисом пошел, короче, bc3, такой ход острый, но, правда, сомнительный, короче. И там была одна красивая идея, возможно. Опять e3 там как-то меняется, да. Мы играем на хват, но все равно приятнее ученых. Не обязательно ход cb2, а g7. И тут красивая идея скрывается. Если f4, допустим, тоже не лучший ход. Но на g5 нельзя из-за очень красивого скользкого удара c3 d4, и при любом варианте взятия выигрывают белые. Три штуки бить нельзя, понятно, да? Если бьет сюда просто назад, шашка теряется. И самое такое техничное, если бьет сюда, пробили, промежуточный бой, подождали, и потом этот красивый ударчик, да. Это один ценный вариант в этой системе, да. Если там сначала подвигать, хороший вариант показал Валерий Свизинский, белорусский композитор, очень опытный. На cb4, fe5, значит, уходим b5, gf6 ход, который, похоже, проигрывает. Белый успевает bc3, короче, и выдавливает черный вперед. Не видно нормального темпа, да. cd4, тогда четкий ход b2. Жертва шашки на c3 не спасает, да, но черные могут замутить такую интересную штуку. А, еще тогда не проиграно. Ход g7, оказывается, такой есть. Кажется, белые просто выигрывают. Поджать, короче, и все, ходить же некуда, да? Отдача шашки начинается и выжидательный ход. cd2 же не пойдешь, отдавать не хочется. e2 хочется, да, g7. Надо срочно развязываться ходом f3, а нападать нельзя, потому что жертва второй шашки и цуцван. Симпатично, да? Алло, алло, Володя, да? Да-да. Да, слышно, ты просто думал. Так, хорошо, тут закрыли ту же тему, да. Значит, дальше идем. Переподключиться. Так, вопрос там еще Владислав Вербицкий задавал. А тяжело ли стать мастером? И можно ли не знать нотации и быть мастером? Что за детские вопросы? Конечно, нельзя, да. Начинаем с изучения правил игры, нотации, да, дальше там больше, да. Чтобы человека научить основам игры в шашки, знать с улицы вообще, дать такую основу, надо где-то месяца три, получается, да. Все основные понятия, простейшие идеи, простые комбинации, простые там окончания и так далее. Так, вот это дебют, 4G5 объявить. Поехали, да? Так, что тут интересного есть? Ну, сбили, куда бить вопрос, да? Значит, в нашей партии там первый я сбил на E5, короче, такая интересная тема тут может быть. FG7, допустим, да, FG7, да. Да, такой вспоминается вариант, значит. Не обязательно совсем, короче, на большое преимущество ученых. Они ходят сюда, допустим. F4 сильно, допустим, еще H4 можно пойти. CB2, D5, да, начинается подкручивать. Сюда пойдем, сюда, значит, хорошо. Подкрутили здесь, допустим, HG7. Это так вроде бы, да, секундочку. А, GF2, GH4, BC5, H6. Вот насыщенная позиция такая. Если белые думают, что у них лучше, там типа все просто, вот АБ4 пойдут. Неожиданно черные включают в игру эту шашку вот таким путем. При белых уже не лучше, то есть нападение невозможно из-за такого скромного симпатичного ударчика, да? Обманчивая позиция. Это первая идея, да? Вторая идея, что, оказывается, сжиматься было не обязательно, лучше напасть было первым, да? Вот таким путем. А теперь после F3 похоже на выигрыш белых. Но если опять на секунду сжаться таким путем, то у черных находятся прикольные выигрыши, такой вот. BC7, значит. Меняться поздно, ждать невозможно, надо лезть вперед, и тут такая мега-присоска, да? Да уж. Или еще красивее все-таки, если бы там ход подождать, допустим, да? Давай ход подождем, короче, сюда. Он поменяется, допустим, да? Теперь ходим HG5, вот так красивее, да? И теперь бы CD6, вот этот удар такой красивый, то есть в любую сторону. Две штуки бить нельзя в дамке просто, если бьет сюда, то просто отбой назад и так далее, да? Анализ этого гроссмейстера Алекса Шварцмана из Израиля. Симпатичная вещь, да? Дальше, допустим, я выиграл у Дани Леонидова неплохую партию в этой системе. Значит, я бил в сторону, короче. Тоже интересная такая насыщенная позиция. Ну, b3 спокойная, простая игра. Там вот e4 – это острый ход, получается. С ловушечкой, что если g6, так g3 перехватывают белые. А мы ходим просто h4. b3, допустим, да? Скажем...
Фе7 пускай будет. И вот начинается осложнение там. Аж3. Если g5, возможно такая необычная идея. Резко вырываемся вперед. И cd6 невозможно из-за удара скрытого d5. Сквозной красивый, да? Так. Это не все еще далеко в этой позиции, да? Допустим, сыграет черная правильно, значит, белая, то есть пускай не ag3, пускай cb2. Тогда вот gf6, короче, ag3. И d5 выходит, играет, d5. Вот настали тяжелые времена для белых, потому что если пойти d3 и d6 выигрывает, там, да? Со мной Даня Леонидов пошел в dc5, думал, там какая-то прямая мне напомнит. То есть если вот, допустим, сюда есть ударчик такого типа, да? То есть ag2 и так далее, да? Или с другой стороны, если пойти там cb6, все равно ударчик это gf4 и cd4. Но я иду навстречу, хожу просто fg5, его колонки не работают, нельзя проводить ни cb6, ни cd6. Ждать просто негде, да? А на ход d3 провожу такой ударчик и убиваю всю игру сразу, да? На b4, короче, с вырышем получается черных. Но это второстепенный вариант, А самое интересное в этой позиции, если белые вот как-то подожмутся, допустим, да, поджимаются, а черная g7, да, вроде бы белые перехватывают, кажется, отличная игра будет впереди тут. Жертва шашки просто и тихий ход, короче, да. Непонятно, в чем идея. Белая же выходит в центр, все, все хорошо, да. Черные без шашки, да. Короче, просто вот так поменяться, да. И похоже, что у белых ноль. Нормальная тема, да. На g3 удачи стоит ed6 и так далее, да, там. Если не сдать, там, а b3, то просто f4 и так далее, без шашки выиграть черных. То есть отдать шашку тихий ход, некуда ходить с центром таким, это вообще идея супер, да? Вот так вот. Да, тяжело додуматься. Так, да, значит, завершили. Да, идем дальше, да, посмотрим следующий дебют, который был там. Там хитрая была белошеевская идея. Карпенюк писал там. Кондраченко сила. Спасибо, дорогой, я это знаю, да. Так, Юра Иванов. По крайней мере, не то, что там это самое. Главное, человек на своем месте, то есть стараюсь что-то творить, мне это нравится, то есть сейчас в моей жизни, да. Очень много людей в этой жизни находятся не на своем месте, да. Вот этот дебют насыщенный, значит, надо уходить, короче, Е5 не в духе позиции, БЦ5 лучше, да. Играем на охват с таким неплохим центром, да. И вот в чем тут прикол, да. Вот белошеевский этот вариант, где надо вылезать в эту секунду. Поджимаем, да, Фе5 и Цд2. Возникает дикая позиция, непонятно, у кого лучше. Потому что на Цб6 белые еще больше поджимаются до Цд3, да. Б5, Аж5. Кто кого связал, непонятно вообще, да. И вот естественный ход такой, как Аж7, проигрывает из-за хитрого белошеевского маневра. Сначала выжидаем на подрыв, так, сюда. А потом и такой техничный выигрыш получается. Пробили, пробили, пробили и поймали, все чисто, да. Такая курочка нам. Так, Юра Иванов писал, большое спасибо за стрим и за матч. Посмотрю в записи завтра на рыбалку. Рыбалка это святое, да. Так, ладно, значит, будем постепенно закругляться тогда, значит, завершить, посмотрим. А, да, одна из самых красивых идей была вот именно в партии предпоследнего микроматча. Cd4, b5, dc3, b6. Так, объявить еще раз, перезапустить нам. Так, то есть мы говорили, что ходы gf4 слабые очень, да, h4 точно плохо, там cd2 чуть ли не проигрывает из-за хода dc5 и так далее. Острый ход ab4, как я играл, да, значит, и либо есть ход ef4. Знаменитая ловушка из партии доска Макрович. Значит, сюда, допустим, и черные опрометчиво шашку пожертвовали, типа, потом решили b7 окружить и так далее, типа, отъедается, да. Но у белых в эту секунду шашка лишняя, и находится такая необычная присоска ed6. Черные это видели, забирают, и только такой простой ход из поля зрения у них выпал, да, и все снимаем просто. Такая отмулечка известна, да. Загребущими руками, да. Нет, тут все четыре штуки не такие загребущие. А вот интересно было в партии, значит, Валюк Белошеев из чемпионата Эмирал Гринго за Паблицу, короче, был, который в 2019 году.
Значит, оба соперника, когда вышли, знают, короче, играют правильно, значит, да, значит, Белошеев поменялся таким путем, короче, играет на охват, пытается там подушить, да. Ну, охват тут особо не проходит. Хотя у белых некрасиво заработан фланг, ученый тоже пустое поле Б8, так что Валюк смело играет СД2, нормальная тема, да. Давайте посмотрим, чем закончится эта сходка, да, значит, подходим, подходим, не стесняемся, там подойти, подойти, вроде так в пользу получается... Так, так ли я пошел, секундочку, так ли я пошел, нет, там не точно, немножко ходы переставить. И d6, там же f2, типа. Так это там d7, g3, g6, и d2, вот так. То есть позиционно вроде везде чистый выигрыш белых, само собой, что Белошеев так это все видел, и находит хитрую жертву заранее, раз получается, да. Обманчивая позиция, то есть на g7, там, а b4 подрывчик. И, короче, Валюк-то провел простой удар такой, не заметил, что есть контрудар. Сбили сюда, ошибочный бой на f8, наталкивается на хитрую отдачу вот с этой стороны сначала, потом сюда, а потом так вот. И получается, уже Белошеев выиграл, да, черными. А вся прелесть этой позиции в том, что надо было отдать не таким путем, да. Вот в этой позиции, где, кажется, все просто, и h4 нельзя, и f4 не проходит, да. Был сумасшедший удар такой необычный, как b4, то есть человек не догадается, конечно, да. То есть и f4 сквозная отдача. И тут куда не бей, даже в лучшем случае, если сюда побить, то сюда, допустим, аккуратный бой такой вот, сбили-сбили, неожиданно оказывается, что выигрыш белых, да. То есть вот так вот можно было Белошеева завалить, но не получилось, да. Взрывная такая позиция. А, наверное, самая красивая в этом варианте, я помню, давно показывал еще на первых стримах своих, да. Играл я там черным против одного любителя в Гомеле, он пошел уже в 4, ну, очень некрасивый такой ход, я же выдавливаю таким путем. Ну и d5, так это уже явно 0, значит. Таким путем, конечно, dc5 просто, bc3 и d6. Меняться некуда, стоит угроза все время g5 пойти, да. Приходится хотя бы отбиться. И тут есть простой выигрыш пойти b7 f7. Некрасивый совершенно. А есть очень красивый идейный выигрыш такой. Подводим к известной идее мастера, значит, Пекарского, да, Минского. e6, полное выдавливание, да. На cd4 мегавзрыв такого плана. Скрыли игру, все, что можно, отдали. И тут уже точно за гребущими руками, да, то есть вот, все сняли, да. 6 штук. Да, так для начала, да. Ну, вот так, наверное. Ну, пока хватит, думаю, да, то есть такие основные идеи показали. А, ну, кто не видел еще, допустим, как было, получается, как было в этой партии, которая в 7-й микроматч, получается, еще раз покажу сначала, да. Полностью к началу розыгрыша, так завершить, получается, значит, перезапустить. Просто обычная схема, да. Значит, был такой план. Какой был план, да, такой или не такой, секундочку, да. А, нет, не в этой ситуации. Вот этой ситуации, да. Бц7 играл Янис, короче, традиционная схема такая, да. Я ухожу, он меняется сразу. Он тут игра убивается. Обычно играет так вот, аж7, аж2. И Бц5 слабый из-за такого интересного удара cd4. После чего нельзя забирать одну шашку из-за скрытого ударчика g5, а b2 так красиво, значит, ну и с шансами небольшими на выигрыш белых, с небольшими шансами, да. Это одна известная ловушка, да. Значит, а получилось у нас по-другому. Без хода аж7 он поменялся сразу. Немножко неточный ход, потому что я успею уйти на А5, да. Там жду как-то, жду, короче, БЦ3. Меняться слабовато. Он пошел в Ж3. Такая симпатичная мулька. То есть на скрытие игры получается, да. И теперь вот так вот забирается все. Старинная ходовая такая идея. Много раз встречалась, да. Ну, матч интересный получился. Короче, все. Люди довольны, да. Народу нравится, как говорилось. Так, 75 лайков уже. Ну, спасибо, ребят, спасибо. За лайки, за донаты, да. Хоть кому-то мы еще нужны в этой жизни, да. Так, Янис, покажешь еще тот пати какие-то или свои интересные? Янис, ты с нами? Янис в шоке, да. Отходит. Ну, он заговорил, что типа этот самый идею показал, а в основном это показываю я. То есть я показал, да, пока хватит, думаю. Красота должна иметь это самое, чтобы передоза не было, да. Так, вопросы там еще есть, остались. Так, Сергей Карпенюк спрашивал, а почему Кондраченко удильщик? Ну, это такая хищная рыба прикольная, которая, значит, прячется в водорослях, да,
Из нее просто высовывается вот такой на усе колокольчик яркий, который приманивает других рыб. Рыбы приплывают, он их там из засады и съедает, короче. То есть удильщик, который удит. Неважно, либо это рыбак, либо рыба хищная, удильщик называется. Да. Люблю ловушки, люблю сложные хитрые варианты, то есть люблю там рисковать, вот поэтому, да. Так, да. Поэтому удильщик. Так, я не записал, что вышел. Спасибо вам, пока, да. Да, спасибо, спасибо, дорогой, да. Увидимся, да. Так, Александр спрашивает, разница психологии шахматистов и шашистов. Имеете ли вы свои наблюдения, заметки? Ну, психология. Конечно, там чувствуешь соперника сразу. То есть, либо он такой стоящий, жесткий игрок, допустим, который много знает, много умеет, умеет рисковать, там, умеет блефовать, да. Либо такой игрок бывает, который, кажется, шашки видит первый раз в жизни. Особенно так бывает часто с женскими шашками почему-то, да. Давно пора эти турниры объединять, чтобы были мужские шашки и женские в одном турнире, и просто раздельно для чего-то делать, и все. Чтобы женщины наконец-то научились играть. Хотя, если думать, что полвека назад они играли очень прилично в советские женщины, допустим. Сильные мастера были реально, допустим, мало чем уступали, да. Потом какая-то деградация произошла, то есть очень мало стоящих осталось сейчас. Так, Сергей Карпенюк пишет, да, спасибо игрокам за игру. Когда продолжение? Ну, когда, можем, допустим, первую неделю там Нового года какой-то стрим устроить могу, да. Там как раз придем получается себя. 1 января будет турнир мастеров как раз. 1 января, да, кстати. Вижу, пришел наш заклятый друг Рома Щукин, да, то есть, да. Получается, я выиграл два сезона с большим отрывом 20-го и 21-го годов, и турнир мастеров именно, да. Там с отрывом там 8 очков и 6 очков. Но там Щукин где-то раз, несколько раз отсутствовал, поэтому победа не совсем такая полноценная получается. А теперь Щукин озверел, уже вырос там, типа, да, будет рвать и метать, короче, да. Значит, будем бороться по-настоящему вот в этом сезоне на новом, да. Да. Так, все, Владислав... Щукин информацию получил и ушел, да. Владислав Любомиров пишет, полный разгром Сафина, зря затеял эту идею с матчем. Нет, совсем не зря. Матч еще повторяет товарищеский. Счет второстепенно, все-таки главная красота партии, напряженность борьбы, количество идей. Что значит зря? Вообще, получается, тогда не стоит играть. Да далеко и не самый крутой игрок, я бы скажу, допустим, да, то есть очень даже неплохой, я себя люблю, конечно, но далеко не самый крутой там. Интересно было бы с Белошиевым поиграть, там, с Егоровым, но там все заняты, не могут, не хотят, не знаю почему, да. Так что пока тут с мастерами, допустим, кто там, ну, кто отзывается, с тем играю, то есть мы люди простые, да. Слагана вроде хотел, как, не договорились. Ну, пускай вот со Щукиным, может быть, интересно было, пускай Щукин, это самое, в следующий раз договоримся к нему, да. Там же будет действительно заруба, да? Да, было бы интересно. Так что рекомендую, да. Так, Сергей Карпенюк пишет, Кондраченко чемпион всего гамблера. Ну, пока что, да, по количеству первых мест там, получается, да, далеко с большим отрывом, короче, да, то есть... Только там, по-моему, где-то 10 человек, скажем, у меня минусах, остальные все большие плюса. Да. Жалко, что многие сильнейшие просто не играют на гамблере, поэтому несколько обесцениваются такие победы, да. Так, Сергей Карпенюк спрашивает, когда будет матч реванш Сафина? Тут как раз Яни Сафин в чате отвечает. Реванша не будет, это товарищеский матч был. По-дружески пригласили, я согласился. Нормально, нормально, да. Так, тут прогноз был, что плюс 2 в общем счете Кондраченко выиграет. А получилось плюс 7, да? Ну что, ну что, ну хватит уже мусолить. Все, плюс 7, так плюс 7. Ну, это же не 14-0, в конце концов, это не 20-0, да. Напряженная, нормальная борьба опытных игроков. Там один просто более опытный в русские шашки, да. Если бы играли в стоклетке, было бы, наверное, наоборот. Потому что в сотке я не все-таки гораздо более опытный, да. Там. У него же там большое количество побед именно в сотке на турнирах на гамблере, там что-то. Что-то на 600 там, или 900 даже побед в сотке именно у него, да? Так что каждый сезон в своем разделе, да? Сейчас я вот занимаюсь тем, я говорил много раз, что мне удалось охватить теорию русских шашек в ширину, получается, в ширину, да? То есть я знаю около 50 тем таких, и в каждой теме собираю свои позиции, там, свои, чужие, там, то есть, ну, накапливаю базу. Когда я закончу работу, у меня будет только где-то под 100 тысяч диаграмм, 100 тысяч позиций и партий, да? И там будет все, что только можно. То есть любые темы, центральный охват, там, связки, фланги, то есть там жертвы хитрые, позиционные, там, рекомендационные, то есть психология, обманчивые позиции, как выиграть без шашки и так далее. Вот и такие темы. То есть после этого шашки, считай, будут закрыты, мне кажется, по количеству идей. Ну, это еще работа лет на 10 такое. Я работаю, занимаюсь пока этим, да. Кроме того, пишу две энциклопедии по стоклеткам. Мега-энциклопедия дебютных ловушек в стоклетке. Уже собрал где-то 1800 партий.
И мегаэнциклопедия «Техника Инспеля в стоклетке». Все-таки есть такая знаменитая книга глобальная Мозера, если кто знает, Мозер там очень много собрал, он там 1200 штук, короче, диагранты, да, насыщенная такая вещь. Но у меня будет еще где-то раза в два больше. Ага. Ну, смысл записать такие маленькие книжки никому не интересно. Надо пересходить с предшественников, получается, да. Вот так. Ну, еще вопросы есть, или будем закругляться? Есть, есть. Так, Александр спрашивал. Евгений, а если отзеркалить доску, вы также хорошо будете держать удар? Ну, то есть повернуть доску на 90 градусов. Конечно, градусов. Не понимаю, но нет. Я понимаю, то, чтобы поле, допустим, А1 было, получается, справа нижнего угла, да. То есть это придется каждый раз перестраиваться, то есть игра будет такая, типа, новая, да. Там будет, конечно, тяжело играть, тяжело, да. Зачем это нужно, да? Вынос мозга, да, и так нормально хватает всего. Да? Это уже другие шашки будут, да? Не, будут те же, но придется каждый раз вспоминать и все время ломать себя справа налево, слева направо. Это серьезное такое испытание для мозгов, понимаешь? Человек же существо такое уязвимое, допустим, его просто поместил в комнату, допустим, круглую, где нет углов, да, он будет с ума сходить, да, потому что углов нету, да, не что зацепиться взгляду, получается, да. Тут меня пытается то же самое сделать, да. Нет, мы на это не поддадимся, да. Так, Сергей Карпенюк спрашивает. Научить можно в шашки играть хорошо, но как все удержать в голове надолго? Активно постоянно применять свои знания. То есть играть регулярно хотя бы раз в неделю, допустим. Играть с теми, кто сильнее. Постоянно решать позиции, комбинации, этюды и так далее. Сейчас все есть. Книжки, базы, методики, файлы, все это есть. Там, да? Известны тысячи позиций, десятки тысяч, короче. Все открывайте, только доучите. Многие книжки выложены в интернете старые, допустим. Мои книжки здесь 27 штук, покупайте, да. Только бери, учи и применяй, все. Видеоуроков полно тоже в Ютубе. Конечно, конечно. Королевские уроки очень солидные, допустим, да. Так, Александр Любомиров пишет. Такие таланты, как Кондраченко, нужны будущему поколению шашистов. Ну да, в этом свой смысл деятельности, конечно, вижу, чтобы выращивать новое нормальное поколение людей с мозгами, то есть, да. Сейчас, к сожалению, у нас эпоха дебилизма тотального, да. А нужны люди с мозгами. Вот. Ну, все хорошо, потому что хуже, чем сейчас, наверное, быть уже не может просто, да, то есть, поэтому будем думать о лучшем только. Да. Так, и Александр пишет, понял, Евгений, это финальный босс, которого тщетно пытаются пройти. Так, Владислав Любомиров тут писал, босс из игры Chip & Dale, реально похож на босса последнего, там большой котяра был с сигарой. Да, мистер Толстопуст, да, такой был, такое детство, да. Да, я помню, да. Так, Владислав Любомиров пишет, вот бы нанять такого тренера, как Кондраченко, для обучения по шашкам. В чем проблема? Пишите там, цены умеренные, время есть, короче, пишите, конечно. Контакты везде есть, и ВКонтакте, там, и в Фейсбуке есть, допустим, и здесь, там, в Скайпе, там, допустим, легко найти. Так, Роман Котляр пишет, оба игрока немало делают для шашек, спасибо. Женя, приезжай в гости. Спасибо, дорогой. Пока для меня границы закрыты там с этих, ну, из этих справок, ковидных тестов и вакцинации. Я колодцы же не собираюсь, понимаешь, справки мне не нужны. Так что сижу уже почти 2 года безвылазно, короче. Только вот интернет спасает, да. Да, так, 4-й канал спрашивает. Евгений, за кого болел на матче непомнящий Карлсон? Или не смотришь шахматы? Нет, смотрю, это когда такие высокого класса игры. Конечно, то есть непомнящий был явно не в форме, то есть там смешно просто. Три подставы такие дурацкие, там вообще в один ход буквально. Что-то такое, да. Ну, может быть, система несовершенна, потому что мы играли не классику больше, там, понимаешь? Лучше бы играли активные шашки сразу, шахматы, то есть активные шахматы сразу. То есть было веселее гораздо, понимаешь? Веселее, активнее, там можно кого-то подловить, допустим, да. А так он в одну кассу раскатал, там, то есть. Плюс еще там такой скандал с этим гроссмейстером Дубовым, типа, предатель Родины, работал с норвежцами, короче, расстрелят нахрен, со сборной выгнать и так далее. Нашли-то, типа, крайнего начинается, да. Так он же давно с ним работает, с Карлсоном, короче, да. Даже Дубов умудрился стать чемпионом мира по-быстрому однажды, короче, да, с помощью Карлсона там где-то. И почему он должен, допустим, работать на эту Россию, если там, допустим, не помнящего, если он, может, не его друг, типа, да. Я вот, допустим, тренирую часто этих детей российских, допустим, мои ученики, которые меня подкармливают, да. Потому что в Беларуси я пока что-то никому не нужен. Эти функционеры, сволочи, в шашки вырубили полностью, да, короче, и мои услуги в стране не востребованы, да. Обойдемся тебе без Кондраченко, да. Но пока конкуренции нету, конечно, обойдетесь, да. Когда будет настоящая борьба там, да. Вот. Так мне в любой момент пришлют, могут измены родины, типа, вот тренируют российских детей, враг народа, да. Я бы с удовольствием Брюски тренировал, но пока никто не особо не предлагает.
Нет потребности, да. Ну, последняя новость из белорусского шашечного дурдома, да? Значит, смотрите, ребята, значит, есть такие 5 жирных мест в сборной Беларуси с зарплатой, да? Вот за них все и бьются, типа, да? И там же совсем не обязательно, что сильнейший там обязательно свои деньги получит, да? Далеко не сильнейший может получить, короче. Когда меня сборная Беларуси выгнали в свое время, там, года два назад, да? Хотя я был вице-чемпионом Европы на тот момент. Никого это не волновало почему-то. Теперь эти функционеры выгнали из сборной Беларуси Михальченко и Валюка и поставили своих блатных. Интересно. Интересные то новости. Есть, да. Дна просто нету, понимаете? Вырождение зашкаливает просто там, да? То есть, так вот, то есть. Сидят какие-то обезьяны там эти самые, решают судьбу великих шашистов, короче, да? Действующего чемпиона мира Михальченко, типа, убрали из сборной Беларуси, да? Нормально, блин. А причина? Хороший вопрос, да. Мне тоже интересно это узнать, да, причина, то есть. Для справки, место в сборной Беларуси это получается зарплата под 1000 долларов в месяц. Поэтому там на эти деньги людей нету, там не будут что угодно делать, чтобы это все заполучить, да. И всех все устраивает, типа, подумаешь, что брали там какого-то Кондраченко, какого-то Валюка, какого-то там Михальченко. Нам больше достанется, типа, да. Я только жду, пока наконец-то какой-то метеорит в этой стране долбанет, чтобы все это дело прекратилось, потому что лечить-то бесполезно, да. То есть вырождение просто, максимальное вырождение всех понятий нормальности и так далее, да. Одна моя фамилия вызывает у некоторых функционеров настоящий припадок. Типа, кто такой Кондраченко, пускай играет где хочет, враг народа и так далее. Так я играю где хочу, мне разрешение спрашивать не надо ни у кого там. А они думают, что у них главное, у них надо спрашивать разрешение. Блин, на голову люди вообще, да, собрались. И все это из-за того, что последние годы стали активно там финансировать шашки в Беларуси, подбрасывать деньги, да. И вот это вот все испортило, потому что очень много левых людей всяких, да. До чего мы дошли уже там, да, подумаешь там, да. Чемпиона мира убрать из сборной Беларуси. Вообще охренели просто, блин. Меня удивляет просто это молчание этого Михальченко, Валюка и остальных там, да. Если бы я был чемпионом мира, мне бы сборную брали, там бы поубивал бы просто всех, честно говоря, да. Это неправильно. Просто для нынешней системе просто там, да, в нынешней системе там, возможно, не такие уродства, да. У нас и в силовой системе то же самое, судебная, короче, нет нормальных судов и так далее. В спорте это тем более бардак, да. Получается, для шашек это большие деньги достаточно, 1000 долларов в месяц. Ну, кто еще может таким похвастаться? Ты что, скажи мне еще там. По-моему, где такого нет. Где-то, может, Россия, там, Якутия, может быть, там, да. А больше так нигде нету. Ну да. А все эти заслуги, типа, последних лет, там, допустим, эти белорусские там дети, там, что-то, девочки, там, ну, конкуренции, считай, нету нормальной, да. Поэтому они там без труда занимают эти места. Была бы нормальная конкуренция, где бы они все были, спрашивается, да. И как только денег не будет в какой-то момент, а их же не будет когда-нибудь, в конце концов. Шашки в Беларуси накроются медным тазом, да. Останутся только считанные единицы настоящих людей, тренеров, там, игроков, заслуженных и так далее. Которые без денег что-то делали в этой жизни. Вот такой вот, такие вот новости, да. Да. Михаил Ковалев спрашивает, песни будут еще в этом году? Блин, вот Миша любитель песен, да. Давай лучше да, на Новый год, короче, спою там, да, когда там. Тренируем турнир мастеров, допустим, там стрим сделаю, короче, да. Где-то в первую неделю Нового года, примерно так вот, да. Там посмотрим, там просто потом Рождество где-то поставим там уже где-то. Ну там же какое-то, какого числа-то получается? Седьмого там, седьмого, да? Седьмого Рождества, да, там. Ну, все это договоримся, время есть свободно, договоримся. Все. Да, 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 потом договоримся, хорошо. Так, Сергей Карпенюк спрашивает, кто бросит вызов Кондраченко теперь? Я всем предлагаю, пока ты только два человека согласилась, да. Саид я на всех готов, давайте. Саид Куиндаров. Если нас Щукин слышит, то давайте Щукина, особенно система со Щукиным получается, так, нам интереснее будет. Да, согласен. Так, Саид Куиндар пишет, всем привет, я что-то пропустил. Ну, дружище, пришел под самый конец, да? Не пропустил. Так смотри, в записи, ничего страшного. Смотрите остальные стримы, кстати, 15 штук накопилось уже, да? Смотрите все эти вещи. Много чего ценного, красивого все-таки, да. Так, Сергей Карпенюк спрашивает, а кто учитель шашка Кондраченко? Я же говорил об этом на первом своем стриме, значит, у меня было 3 тренера. Мастер спорта Владимир Хлебников из России, из Кировской области. Потом белорусский международный мастер Игорь Рыбаков из Гомеля. И покойный, к сожалению, размейстер Косенко из Киева. Но последние, скажем, лет уже там 10, конечно, сам тренируюсь полностью, там уже самодостаточно стал. Да.
Так, четвертый канал спрашивает, не планируешь иммиграцию в Россию? Переезжай в Свердловскую область, тут ты как тренер будешь востребован. Ну, много раз об этом говорили, просто такой приезд, это как тяжело просто, да, там. Можно заниматься и по скайпу, допустим, у меня полно материалов, там, книг, методики, файлы, можно и так высылать, допустим. Так что, если серьезные предложения есть, обращайтесь напрямую, просто ВКонтакте или через скайп, да. Материалов полно, могу делать такие заочные школы, допустим, уроки заочные для детей, там, допустим, для КМС, для мастеров и так далее. У меня огромное количество диаграмм, файлов, методик, там, да, и тем, короче. Все это могу сортировать по видам и высылать для обучения. Так что не требуется никуда переезжать, да. Так я с удовольствием поработаю, потому что сейчас денег мало, почему-то там многие отказываются постепенно, там денег людей нету, да. В стране с экономикой полный обвал наступает в Беларуси, да. В большом городе, типа, нет работы от слова вообще, да. Понятно. Так что только шашки пока и спасают. Так вот я последние 6 лет выживал шашками, да. Вот. Так, Олег Шухров спрашивает, а Евгений с Фалюком с детства знаком? Нет, почему? Мы знакомы с 1995 года. Да. Он старше на 5 лет, короче, мне 42, ему сейчас там 47, да, то есть с 95 года пересекались там, да. Ну, так, редко пересекались, а потом где-то с года 2005, когда там чемпионом Беларуси стал, у него выиграли решающую партию, тогда уже более-менее плотно общаемся там, да. Несколько раз там играли матчи, короче, там так вот, ну, то есть, есть о чем бывает поговорить, да. Интересно спрашивает, а Кондраченко чемпион мира? Только был в составе команды Беларуси трижды, а так, значит, в мире занимал самое большое второе место по блицу занимал. Смотрите на сайте 64.100.com, да, известный сайт, там мой блог находится, там все сведения приведены, справочная информация про меня. 64.100.com, да, известный единый шашечный сайт. А вроде бы по вопросам все. В принципе, если, то можем закругляться тогда. Да, спасибо, спасибо, что посетили, да, порадовали. То есть размялся так неплохо, да. Хорошо провели время, короче, да. Играйте в шашки, смотрите мои стримы, да. Все будет хорошо. Да-да. Ну, ждем новых, которые хотят поиграть все-таки. Приглашаю еще раз, в первую очередь, Щукина, конечно, там, но остальные тоже буду рад, да. Да, всем спасибо за внимание. Счастливо. Спасибо, Володя. Да? Яне, спасибо. Да. Удачи. Да, спасибо. Так, 83 лайка. Пока-пока. Да. Добрый, да, пока-пока. Кто там на канал не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки. Так, спасибо всем, кто кидает донаты. Спасибо всем спонсорам канала за поддержку. Следующий стрим, наверное, будет в следующую пятницу. Всем пока. До новых встреч в эфире.